Я тебе позвонил сегодня. Ты сказала, я взяла, на всякий случай ничего не потратила. Я тебе говорю, у меня вообще Марина должна 400 рублей. Я сейчас позвоню, позвозю деньги. Хорошо, а если она тебе не завезет? Завезет, потому что она тебе звонила сегодня, хотела завести, вчера хотела завести. У меня вот выключен телефон, если она не завезет. Значит, завезет завтра, мы все равно завтра не едем в институт. Хорошо, если не завезет завтра. Ну подожди, если не завезет завтра. Хорошо, Саш, если бы у тебя не было денег, если бы не было вечеринки, а ты потратил деньги, которые были отложены на учебу. Если бы я там, не знаю, что-то со мной произошло, а ты потратил 5000 на iPhone, что, сколько ты сейчас потратил на прошивку? Давай тогда так, я вот тебе буду давать деньги, пусть они у тебя лежат, и оплачиваю учебу. Трать их, не трать. Нет, только я тебе объясню. Я тебе объясняю, Оль, подожди, нет, я не договорил, Оль, не я не договорил. Мне. Я не договорил. Ты просто-напросто, не задумываясь, ни о чем не думая, то, что ты сейчас рассказываешь, это все ерунда. Конечно, ты, Саш, нет, я, подожди, я твои слова ерунда обзываю. Оль, можно я договорю? Не надо договаривать, потому что то, что ты говоришь, это ерунда. Я договорю, потом зачем ты, договаривать мне ерунду? Я договорю, а потом ты скажешь. Ерунду будешь мне договаривать? Я тебя не перебивал, да хоть что, хоть фисыны слова. И уточним, знала ли твоя мама и моя мама о том, что деньги, которые ты потратил на благотворительность Чуеву, или я не знаю, как это, в помощь Чуеву, как свидетель, это были деньги, взятые с учебы. Вот и все. Я знала, что ты какие-то подожди, свои вот деньги. Я звоню иногда... маме. Давай. Можно я спрошу? Можно? Пожалуйста. Я сейчас спрошу так, как ты хочешь. Можно, пожалуйста, я задам вопрос. Алло, Ирина, дай, пожалуйста, маму. Саш, я знаю, как ты спрашиваешь. Можно я, можно вот, чтобы я успокоилась? Ой, я хочу, сама чтобы... спрошу. Нет, я спрошу. Что такое? Я знаю, как ты спрашиваешь. Алло, мам. Помнишь, когда была Чуева свадьба день? А? Помнишь свадьбу Чуева? Да. А помнишь, когда вот мы распределили там семейный бюджет, да, там и отложили деньги, ну, там, на то, на пятое, на десятое и на учебу? Но. Вот. А ты помнишь, что когда я приехал, когда мы с Чуевым были, ну, ездили там костюм покупать, ему туфли там туда-сюда, рубашку, когда я себе купил, галстук, когда я себе купил. Я потратил деньги вот. На учебу, так и говори. Я потратил деньги на учебу, и когда я приехал, я сказал, что Чуев мне отдаст деньги. Но. Помнишь этот момент? Саш, ну ты не так подожди, сейчас подожди, спрашиваешь, подожди, ты уже подожди, не так подожди, нет, не уходи, не... что ты? Ну просто ты уже не то да спрашиваешь. Да подожди, говорю, не уходи, ты мам, сейчас уже не то мама, спрашиваешь. Мам, смотри, я потратил... Да я спрошу, чтобы да я успокоилась, кричи. Ну ты уже не то спрашиваешь. Подожди, я... Можно? Ну вот она сейчас не поймет просто. Так, ну, я не могу понять, я непонятливо объясняю, ты я задам вопрос, я задам вопрос, который меня интересует, я своей маме сейчас, ты сейчас все поймешь. Тогда я не буду слушать просто, и все. Мам. Мне тогда это неинтересно. Это неуважение к моему, мне сейчас кинуть тебе, дать по лицу, как ты мне дала из-за того, что... Не так, нет, ты как сейчас... надо. Ты как опять нет? задаешь не ты так можешь, вопрос. Подожди. Я прошу тебя задать Оля. Краткое, ясное. Да дай мне сказать! Не перебивай меня! Рот, ты меня! Не перебивай меня! Сколько можно об этом? Не смей на меня орать. Сука, дим. Что это по-твоему? Вот пока ты не научишься разговаривать, ты будешь так и реветь. Понятно? Я тебя пальцем тронул! Пальцем я тебя тронул! Ты научись мне! Не за меня орать! Не надо перебивать! Я сказала! Оля! Ты не давала права повышать голос! Забивать меня в угол! И толкать меня! Что делать? Что делать? Что делать? Я тебя толкал? Толкал! Бабоза, вы не посмотрите сами! Я не знаю! Делай, что хочешь! Не лезь ко мне! Не трогай меня! Я очень прошу вообще! Уйди! Не надо только из себя строить жертву сейчас. Я сука. Я сука. О, кошмар, мамочки. Сука. Нравится, сука. Вот тебе, сука, вещи, сука. Сука, собирай вещи. Отсюда. Вот ты меня. Сука, все, век вечно недовольный ничем. Понятно тебе. Извините. Какая ты тварь! Господи, какая ты тварь! Постойте! Кошмар какой!
вон там. Я считаю, что у Саши сейчас действительно какой-то кризисный момент, да, когда вообще он устал и не то что от тебя, но у него есть некая переутомляемость, допустим, да, там в какие-то моменты, это тоже неправо, ты его не слышишь, ты кричишь, ты не надо говорить, что ты так этого не делаешь. Нет, сегодня не кричала. Бывает, сегодня пытаюсь, не кричала, но то, что сегодня у вас там ничего по большому счету от тебя не шло, это уже мало чего значило, потому что до этого у него накопилось. И еще усугубляется это тем, что сегодня их скандал, вот эта вот ругань с Адеевым, она его накрутила. Когда Адеев ему отказал сюда приехать, то, соответственно, скандал сорвался. Сорвался, понимаешь, скандал. Вот, он решил в первую очередь, как правило делают мужики, да, срываются на своих близких. Вот и все. И ты просто попала под горячую руку ему. В шоке. Оль, так я испугалась. Я реально испугалась. Я надеюсь, это первый и последний раз, потому что, если знаешь, такого позволять себе нельзя. Нужно как-то с ним сесть, поговорить, сказать: Сашенька, дорогой мой, я все понимаю, там, да. Сейчас у тебя какой-то, может быть, у него обострение. Оль, не забывай, он ВДВшник. У них по временам года они действительно очень психика реагируют на какие-то временные... Да ладно. Здрасте. Это называется весеннее, осеннее. Не слышала такое обострение? Это у любого человека, даже у здорового, и то реагирует организм на смену времен года, да? Есть два острых периода. Это весна и осень. Шикобозов и Ольга Сокол вновь поругались. На сей раз причиной скандала стал семейный бюджет. Саша заявил, что покидает проект и уехал из городских квартир. Оля всю ночь пыталась найти своего будущего мужа. Оля, одно то, что он объявится, и объявится уже сегодня, что понятно. Я думаю, что он сейчас просто где-то просыпается. Я тоже самое думаю. Я просто не знаю, Лен, вот я сейчас сижу, уже думаю о другом, вот честно. Я сейчас думаю о том, как мне себя вести с ним, что делать, я не понимаю. Я вот сейчас не знаю, что... Оля, а ты сейчас об этом и не думай. У тебя сейчас никаких верных мыслей в голову не придет. У тебя сейчас одно должно быть. Чтобы он пришел, чтобы он выяснил, что он здоровый, живой. И когда вот он уже придет, ты уже с ним будешь думать, что с ним делать дальше. Пока ты думай о том, чтобы он побыстрее уже объявился, чтобы отпустило вот это состояние неизвестности. Что ты сейчас будешь голову ломать? Где он? Что делать тебе дальше? Где он вообще для начала? Такое безответственное отношение к людям, я просто поражаюсь. Просто реально поражаюсь. Куда он мог уйти-то? А? Куда он уйти-то мог? Ты как думаешь? Версия есть? Куда уйти мог? Мне кажется, он ушел просто расслабиться, просто... бывает у каждого момент такой. Вот вчера у Русецкой тоже ушла, потому что на нее все насели, начали грызть. Да, она не ушла. Не, она собиралась уйти. Вот. И Сашку тоже, вот эти вот двухдневные неудачные вечеринки, потому вот это вот осуждение, вчера еще его вот это лобное место... выбил из колеи, просто человек... Не, они вчера поссорились с Соколом еще, потому что Соколом... Это фаза Луны, ребят, все уходят. Это как волки на Луну, когда выть начинают. Куда уходить-то, действительно? Я имею в виду... Отдохнуть, просто отдохнуть. Понимаешь, дело в том, что Сашке некуда идти. Он может поехать, на моей памяти он отдыхает в части, он уезжает к себе в Наро-Фоминск и там находится. У каждого у нас бывают заскоки время от времени, то есть мы все люди, все подвержены такому состоянию, когда хочется забить на все, ото всех уйти, закрыться и просто как бы жалеть самого себя. Да. Но это у него уже затянулось, я тебе хочу сказать. Хотя бы элементарно как-то ведущим бы сообщил, что ли, но это же не дело. Лен, он не считает это обязательным. Он не считает, очень плохо. Он когда выпьет, он вообще... Это каким ведущим я тебя прошу? Он когда выпьет, он все. Тем более, Оля, что если бы он позвонил сообщать... Вдвойне. Вот именно. Я тебе говорю просто логику Габозова. С этим человеком 7 месяцев прожила под одной крышей. Я тебе говорю о том, что когда Габозов, сука, пьяный, он понимает, что его сейчас спалит Ксения Собчак. Что он Ксения Собчак звонил, позвонит Ксения Собчак, услышит, что он пьяный, скажет: ага, ты же обещала не пить. Нет, а неужели он не поним... до него не доходит, что в любом случае Собчак, она знает, что с ним происходит. Когда он явно... Габозов пьяный, до него это в любом случае не доходит, Лен. Ну это же смешно. Он обиделся просто, вот и все. Просто обиделся, не более того. Это абсолютно необдуманный поступок был его уход. Я уверен в том, что он не думал над ним. Просто из обиды взял, взыграло. У самоуважения. Я знаю, что я вот у меня гордость ушел. Знаешь, что если бы я жил в Сокол, у меня бы давно, наверное, взыграло что-нибудь. Я бы не жил бы в Сокол. Я первый раз ее увидел, у меня сразу. Если бы.
Вот там, видишь, на него все накинулось. Накинулось и Сокол, вот плохие отношения с ней. Раз. И постоянно негатив. Он постоянно как бы как-то... Вот еще знаете, в чем дело? Был Чуй. Хорошо общался с Чуем. Да, был. Ты вообще... бы там, он тоже с тобой общался. Да. Уехали все. А с Пензером они не общаются. Он один остался. А Сокол вражда, понимаешь? А почему с Пензером не можешь общаться? Почему там они не... Не знаю, у них что-то... Они из-за Сокола ругаются. Сокол гонит, а Пензеры не общаются потом ни с ней, ни с ним. А он защищает ее. Вообще, проясните, что такое? Да. Саша Габозов не объявился еще. Да, он... Этот... Он наш космос говорит, что он где-то на третий день появится, и у него такое ощущение. У меня ощущение, что он появится завтра. Посмотрим, чьи ощущения правдивее. Вот просто когда живешь с человеком, ты его чувствуешь. У меня вот нет ощущения, что с ним что-то плохое случилось. То есть просто ощущение, что где-то он загулял с друзьями, где-то вот там это, вот внутри спокойно. Я волнуюсь, конечно, мало ли, знаешь, чтобы он там никуда не вляпался, как он обычно может. Просто когда с мамой чувствую, там, брата, там, таких вот близких людей, то есть мне спокойно. Не, да, он просто убежал. Даже когда с тобой ругались, спокойно было. Мне говорят, Надюха, а что ты? Я говорю, мне спокойно внутри как-то все. Говорю, время, наверное, растает. Вот правда спокойно было. Вот чувствуешь людей просто. Помнишь, как Габозов кричал, что да Адеев, сколько раз можно ему, не надо его останавливать, если ушел, пусть уходит. Он не пацан, он сказал и не сделал. Габозов, ты сказал, что ты хочешь. Он говорил такие вещи, да. Он сказал, я ухожу с проекта. Пацан сказал, пацан сделал. Ну, он был в состоянии алкогольного опьянения. Нет, когда он вот вначале уходил, как только они поссорились, он сразу сдал телефон и сразу ушел. И он сказал, что я ухожу, все. Сказал, прошу. Останавливать, я а считаю... А он потом еще возвращался ночью. Я считаю, что его останавливать точно не надо. И Адеева правильно, что не останавливали. И его останавливать не надо, он сам вернется. И вот это вот все, вот это бредятина, вот это, я ухожу с проекта. Вот как малейшая ссора, я ухожу с проекта. Дорогой, ты куда попал, скажи, пожалуйста. Нет, Сереж, понимаешь, я, допустим, тоже эмоции. Это эмоции. Эмоции. Давай орать теперь на каждом углу, что мы уходим с проекта. Давай. Вот только что-то не понравится, вот тебе нечего одеть. Все, я ухожу с проекта. Не, ну давай. Это другое. Это то же самое, да? Нет. То же самое. Оля, а в чем причины вообще того, что Саша так сорвался? Я тебе скажу, Саша просто захотел выпить. Ему вот этот вот скандал нужен был. Ему нужен был повод выпить. Ему это нужен был. Так как поводов не давалось, не было. Он сам вчера спровоцировал скандал. Он сделал эту драку. Он довел меня до слез вчера. Он вообще довел меня до того, что я вот так вот сидела. Я не хотела никуда подниматься. У меня вот такое состояние было. И теперь это хорошее оправдание тому, что Саша напился. Теперь, когда он напился, он может приехать сказать. А я напился и сорвался, потому что меня баба довела. Вот. Вот это весь гопроза. Оль, недавно просто... Был разговор, вот, если я не ошибаюсь, по-моему, Саша разговаривал с Адеевым. На Лобном, кстати, это было. А, где все опять начали называть его подкаблучником, да, говорить, не что заклевало. Ну, Адеев, да, Леша. Адеев просто сказал такую фразу, мы вчера еще все посмеялись с нее, и очень странно, что вот... Но Поляна поддерживала это мнение, понимаешь? Какое мнение, Ксюш, ты слышала эту фразу? Эта фраза звучала так. То, что Саша подкаблучник. Саша, когда ты встречался с Ермаковой, ты был нормальный мужик, ты бухал... Ты изменял, ты гулял и ты бил баб. В кого ты превращаешься? Ксюш, но если для тебя нормальный мужик, это вот то, что перечислил Адеев, и если ты придерживаешься этого мнения... Но общее то... мнение таково, действительно, как же что так? С тобой Саша стал подкаблучником. Хорошо, ты Ксюш, очень сильно хорошо. Давишь на него. Хорошо, я на него давлю в чем? В чем я на него давлю? Чтобы человек бросил пить? Да, я давлю, я буду на это давить. Я не хочу, чтобы мой муж был алкоголик. Я хочу здоровых, нормальных детей. Я хочу нормальную семью. Да, я не хочу, чтобы он изменял. Это тоже нормально, потому что я его люблю. Это нормально, я хочу, чтобы он был только мой. В чем я не так давлю? Я что, вы заставляю что-то нереальное делать? Прости, Ксюш, но в последнее время я даже мужскую работу делала. Даже проблема с вечеринкой улаживала. Не Саша, улаживала иногда я. Иногда проявляешь просто такие деспотичные черты, что ну, это факт, Оля. Если бы Габозов продолжал оставаться в отношениях с Надеждой Ермаковой, то, наверное, бы этих проблем бы не было. Они бы так, он бы так и летал над Лобным на лианке с цветком в попе, делал бы эти свидания бесконечные, улетел бы пару раз на шарах, 150 шаров, говорят, можно до Австралии долететь, поймали бы, вернули, понимаете? Но не было бы этого, к чему мы пришли. Ну и что, была бы любовь, Рустам? Да он так же Сокол любовь летает меньше была у него, Ермаковой. А к Соколу у него больше любовь. А почему он ушел? Потому что он сорвался, надоел ему этот негатив. Сколько я увижу у Габозова на лобных местах, этот телемост. Обиделся. Он постоянно горлопанит, постоянно негатив, постоянно с кем-то ссорится. В общем, парню просто вот так достал, уже надоел негатив, а тут еще и примешалась вечеринка и Сокола плохие отношения. Все же знают здесь, потому что там один у них негатив. Сейчас, ребят.
То есть я так понимаю, что вот эта вот речь идет не о крутом мужике двухметрового роста и 150 килограммов веса по имени Сокол, а вот об этой пигалице все говорят, что Кобозов даже... споткнулся, Значит, а Сокол? Ирен, ты согласна с этим? Я считаю, что сейчас вот у Саши наступил момент кризиса, и на это есть три причины. Первая причина, безусловно, это женщина пила. Ну вот, в виде вот этого маленького сокола 19-летнего, да. Вторая причина, это то, как бы, что где он себя хотел реализовать, пусть эти вечеринки, это все обернулось неудачей. И третья причина, от него стал отворачиваться коллектив. Ребята, с которым он живет, он получает постоянно пендели от них. За одно, за другое, за треть. И у него просто на самом деле произошло... Мне кажется, он уже пообвыкший к этому. Олежка, скажи, пожалуйста, а вариант брать все, сдавать вещи, брать документы и уходить с проекта, это тот самый вариант, который должен быть сейчас? Понимаешь, когда человек... Это по-мужски получается? Ну, бывает у каждого такие периоды в жизни, когда... не видишь выхода. И то есть ты готов что-то сделать, чтобы идти в другую жизнь и искать тот выход. Что я могу сейчас говорить, если человек даже не позвонил мне? Если я не услышал ни одного объяснения. Хочу понять, что ты анализируешь ситуацию. Да не могу ничего анализировать. Ксюша, я реву уже, не знаю, целый день. Я не могу ничего анализировать. Я не могу, я еле с кровати встаю. Я есть не могу, ничего не могу. Мы еще пошли с Леной, чтобы я покушала. Я даже покушать не могла. Мне, конечно, тебя жаль, правда. Но какой я не готова просто тупо жалеть тебя, понимаешь? Но мне хочется анализ? Разобраться в ситуации. Какой разобраться в ситуации? Я тебе рассказала, как она произошла. Я сама ничего не понимаю. Я не понимаю. У меня самой нервный срыв. Я не понимаю. Мне нужно сейчас отдохнуть. Есть у нас еще один потаскун, вот, который неизвестно где. Таскается. Это Александр Кобозов. Ну, ребят, ну вы сегодня на поляне, когда обсуждали Александра Кобозова, практически все сказали, что главный минус Александра Кобозова – это Ольга Сокол. Это так или нет? Это мне вопрос? Ну это вообще всем, кто там говорил-то это? Есть мнение у Алексея Адеева. Вот, ну даже сейчас просто, я вот буду Кобозова защищать, если он придет, я его в любом случае буду защищать. Оля, она знает то, что в силу своего возраста она вела себя неправильно. Саша менялся, пытался измениться, но того вот, позитива... Лешенька, прости, что перебью, вот чем конкретно? Сегодня Ольга задала мне вопрос на тет-а-тете. Говорит, Ксюх, я хотела, чтобы в отличие от отношений с Надеждой Ермаковой, мой мужчина не бухал, мне не изменял. Ксюш, нет. Саша Кобозов в отношениях со мной пил всего 4 раза за целый год. Не надо выставлять его алкоголиком. Конечно, так и было. В чем ее ошибка? А в чем ее ошибка? Она на компромиссе. Ну, здесь знаешь что? Ошибка ее только в самой себе, в ее поведении. Потому что она слишком много заостряет внимание на этом шоу. Помимо шоу ее не интересует ничего. Отношения те внутренние. Гармония, она у них, ее не было. По сути, сколько я был на проекте, вот, ну, вернее, в городе, они ругались абсолютно каждый день и каждый день мирились. И в конечном итоге я знал, что этому конец придет. Я тогда еще говорил Сане, да на мальчишнике говорил мне, я говорю, ну тебе не нужны эти отношения, они тебя погубят. Спасибо, Леш. Даша. Мое мнение. Ну, я считаю, что, в принципе, отношения Саши и отношения Оли изначально были просто удобные и той, и другой стороне. Я считаю, что Оля, я всегда это говорила, что Оля сошлась с Сашей исключительно из-за проекта. И Саша на тот момент тоже, в принципе, и что, и замуж за него собирался? Нет, потом я думаю, у них действительно они уже сошлись вместе, уже появились и чувства какие-то друг к другу, какая-то симпатия. Я думаю, что Оле сейчас действительно нравится Саше. Может быть, она действительно расстроена этим. Но в любом случае... Ты как-то в ее слезы не особо веришь. Не особо верю в ее слезы. Может быть, это проект уже сделал мне такую черствую и ни во что не верящую девушку. Но на самом деле не очень верю в слезы, потому что... ну вот не верю, все. Можно тут. Спасибо. А еще мнение на поляне есть. Можно я скажу? Да. Вынуждал слово, слава тебе, Господи, вырвал его. В общем, парень, дело в том, что на себя просто очень много взвалил, и организм его не выдержал. И это он пошел учиться. Это отношения Сокол, не очень гладкие, не очень. Это вечеринки и так далее и тому подобное. И остальной весь негатив, который у него был здесь, он разбирался на лобном месте и так далее. Просто организм подорвал, ему просто это нормальная спасибо. Реакция его организма. Спасибо. Спасибо, Слав. Оля, у тебя есть с собой телефон же, да? Дай, пожалуйста. Сейчас я прошу предельную тишину на поляне. Он я, кажется, знаю, где находится Александр Кобозов. Сейчас я ему позвоню, попрошу, чтобы он объяснился. Алло. Да. Саш. Да. Ну это Ксюха, привет еще раз. А, привет, Вородуля. Ну что, где ты там, пропащий наш? У меня все в порядке.
Ну, голос у тебя бодрый, я так слышу. Ты у друзей? А? Ты у друзей? Ну да. Скажи, пожалуйста, а где именно ты находишься? У друзей. Саш, ну ты в Москве, ты в другом городе, где ты? Слушай, ну, если тебя интересует жив-здоров, да, жив-здоров, нахожусь у друзей. Нет, ты в Москве или нет? Слушай, я у друзей. Я жив-здоров, со мной все хорошо, я у друзей, я... Саш, я... Нет, ну просто ты пойми, да, что мы не можем равнодушно относиться к этой ситуации. Все-таки ты не находишься на проекте, ты так ушел. К тому же вчера, уходя, ты сказал, что уходишь с проекта. Это правда? Да. То есть ты решил покинуть телепроект? Ну, я вот Ксюша и Собчак созванивался сегодня. Общался с ней. Этот вопрос в личном состоянии. Ну, думаю, мы имеем право знать, почему ты принял такое решение, Саш. А? Я думаю, мы имеем право знать, почему ты принял такое решение. Слушай, ну, как тебе сказать? Наверное, просто я настолько нехороший человек для Ольги. Я ее очень сильно люблю. Ей со мной тяжело. Вот, она вчера изъявила желание, чтобы я сегодня покинул проект и ушел, блин, вообще из ее жизни. Я решил это сделать вчера. То есть Ольга сама лично сказала, чтобы ты покинул телепроект. Она тебя об этом попросила. Тихо. Да. Он позовет ее? Она тебя об этом попросила. Скажи, пожалуйста. Нет, она мне вчера сказала, что сегодня мы не будем спать вместе, завтра собирать свои вещи и мягко сказать... Я не буду вообще слушать. Саш, это твое окончательное решение расстаться с Ольгой? Ксюш, я тебе так скажу, это не если мы с тобой поговорим на эту тему. Хорошо, а ей нужно, вот ты не хочешь ничего передать ей сейчас? Нет, я не хочу. У меня вчера было такое состояние, что когда я уезжал, и в принципе сегодня даже утром. Дайте бушное слово. Днем до того момента, пока я не позвонил Собчак, у меня было состояние, что, ну, Ксюш, я мужчина, понимаешь? Ну что мне ей вообще сказать, я не понимаю. Не надо просто ничего больше говорить, Ксюш, то, что он сейчас говорит, половина тебе, то, что он говорит, это вранье. А я скажи мне, пожалуйста, тебе, что мне ей сказать? Скажи одно, что люблю я ее все равно, люблю больше своей жизни. И я готов, чтобы ей, уходить. И чтобы она была счастлива. Если она будет счастлива, я уйду от нее. Если она будет счастлива, я покину проект. Если она будет счастлива, я вообще, я что угодно. Я рада, что она рада. Я ее люблю. Спасибо. Хорошо, Сашуль, я тебе потом отдельно позвоню. Спасибо. Да. Давай. Ксюш, скажи, пожалуйста, он уходит с проекта да, или подожди, нет? Да, подожди, какой уход? Ну, если честно, непонятно. Непонятно. Я не думаю, что он прямо уйдет как с проекта. Какие уходят? Завтра тихо, он не у меня есть ощущение, что он прямо сегодня готов вернуться, если честно. Все нормально, это спланированная а акция. Есть, с соплями и слюнями. Я ее люблю больше жизни. Степан, ваше мнение? Это спланированная акция, слюни и сопли называется. Я тебя люблю больше жизни, все равно. Завтра будет свидание. В таком случае, Степан, Степан, останемся вместе или уйдем? Сейчас театр. Что, ну все понятно, что Степан, до свидания будет и финал его, и вместе всем и вся. А ваша драка с Александрой тоже спланированная акция? Да. Спасибо большое. Поздравляю, молодцы. Скоро будем выдавать Оскар. У кого лучше получилось? Слушай, у нас есть тоже мнение на поляне, мнение Сергея Павловича. Я думаю, он просто не выдержал, потому что он внутри себя, думая, что он поступает верно, очень серьезно ограничивал. Понимаете, в чем дело? Человек... И тратить деньги. Грубо говоря, человек, который бросает курить или бросает пить, он это не потому, что у него спрятали бутылку и папиросу должен делать, а где-то внутри самого себя дойти до этого, понимаете? Так он, наверное, за 4 Но если он себя ограничивает, он все равно рано или поздно сорвется. Вот это и произошло. Знаете, вот вы такие интересные. Пьет мужик рядом с бабой, бухает, изменяет. Галимый мужик, точнее, мужик хороший, это баба плохая, поэтому он ей изменяет. Не пьет мужик, не гуляет. Все равно девушка плохая. Почему? Потому что запрещают это делать. В любом случае девушка плохая. А кто из вас видел вчерашнюю ситуацию? Кто из вас знает вообще, что было? Это нормально, когда за то, что я просто перебила. Мы шутили, я его не оскорбляла, не сказала ничего плохого. Когда человек поднимает руку, он впервые за все это время поднял мне руку. И поверьте мне, это вчера было там не просто какая-то пощечина, это действительно были...
было серьезное рукоприкладство. И когда Саша разворачивается и уезжает в часть, я как идиотка до 7.30 ищу его по этому Нарафаминску, которого я в глаза не видела. Я выезжаю ночью, хожу, ищу его везде, обхожу все КПП, ищу Кобозова. В этом я тоже плохая, да? Да. Да. Оля, синяк был бы виден на твоей щеке, если бы он поднял бы на тебя руку. Ты чего не слышишь, Саша? Я говорю, это было не пощечина, он меня душил. Он меня вчера головой ударил об это. Посмотрите эфир, если вас очень сильно интересует. Не права, пусть я для вас буду не права. Я знаю, что я не всегда бываю права. Но в этой ситуации моей вины нет. Моя вина может быть только в том, что я его не остановила. Представляется Андрею Черкасову, другу Александра Кобозова. Товарищу хорошему. Товарищ. Я, вы знаете, вообще удивлен. Саша пропал? А мы сейчас вот вместе с Ольгой Сокол выясняем, виновата она или не виновата. И Оля почему-то в данной ситуации пытается все это на Сашу сбагрить. Оля, пропал твой практически мужчина, да, твой будущий муж. И ты сейчас говоришь, он виноват, он бухал, я не виновата. Я разговаривал недавно с Александром Кобозовым. На что он сказал? Андрей, я больше не могу ее не изменить. Она как курила, так и курит. Более того, давай посмотрим правде в глаза. На вечеринке ты была выпившая. Он не пил, ты была выпившая. И он говорит, что тебя уже не изменить. И то, что он ты ушел, вечеринка, Ольга, это твоя полностью вина. Не коллектива, не вечеринки. Хорошо, ты... хорошо, потому что он устал от того, что он меняется в лучшую сторону. А ты не хочешь меняться. Ксюш, у нас есть провокационный вопрос от Марии. У меня обычный вопрос. Давайте последний вопрос, и все, мы закрываем эту тему. Маша, пожалуйста. Последний вопрос, Оля. Если так случится, что Саша покинет проект, что будет с тобою? Я, скорее всего, уйду. Оль, ну еще пока не поздно, все в твоих руках. Уходи сейчас. Чтобы, нет, чтобы остановить Сашу, потому что мы можем, конечно, вместе отправиться на поиски Кобозова, но ты можешь сама это сделать, не обвинять его на лобном, немножко включить женскую мудрость. Знаешь, Ма, женская мудрость, я вчера ее включала, ты говоришь, немножко включи женскую мудрость. Получается очень выгодная ситуация. Оль, до конца нужно идти, если ты любишь человека. Он меня вчера побил, он уехал, он приехал пьяный. Значит, Ольга, если ты обвиняешь Александра, что он такой плохой? Он поднял на тебя руку. Это действительно так произошло. Он опять сорвался, начал пить. Неизвестно сейчас, где он и так далее. Если по всем пунктам, да, он виноват, почему до сих пор у тебя не собраны вещи, ты не переехала жить на поляну? Или вообще элементарно, не нет, я тебе элементарно зачем? Отвечаю, Ксюш, потому что этого человека люблю в любом случае. Я жду, пока он приедет, и, пока мы с ним поговорим. А если ты хочешь с ним остаться, зачем тебе нужно посмотреть на себя, Ольга, очень пристально, и найти выход из вашей очень-очень-очень сложной ситуации. Мы будем ждать, когда вернется Александр Кобозов, как-то пытаться решить эту проблему. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся обязательно сразу после рекламы. На телеканале ТНТ это был телепроект «Дом-2». Построй свою любовь. Спасибо. Это идея была. Сокол, взять псевдоним. Какой? Дятел. Почему дятел? Я сегодня представил, что Сашка Кобозов, это десантник, который бьет свою голову, кирпичи ломает, бутылки разбивает. А Ольга, она своим маленьким птичкой-дятелом. Раз, и все, ему до мозга достала. Выела его, выела. И потом реклама такая, Ольга, дятел. Пробьет любую поверхность. Даже голову десантника. Даже десантник. Не, Ольга, она может достать от любого. Вот мне кажется так. Знаешь, она всегда так говорит, знаешь, вот у нее такая манера, знаешь, говорить, как будто бы вот она точно права, потому что она бедная, несчастная, что какой он подлый с ней, какой он негодяй. Знаешь, вот так вот. Ну, Даш, ну, я вообще, я целую ночь его искала, бла-бла-бла-бла-бла. Знаешь, ну не может быть так, что один человек во всем виноват. Всегда косяки с двух сторон. Просто так мужик не убежит бухать. Может, не в этот раз она ее достала, Ольга, может быть... Ольга, она хорошая, она маленькая, она просто единственное, что неопытная, видишь, из-за этого она вот так вот и долбит. У нее нет примера какого-то вот такого, понимаешь, чтобы... Как уважать нужно мужчину, как с ним обращаться. Вот, а Кобозов, он потакает, идет навстречу. Вот, и Ольга, как Лена, на шею начинает садиться и долбить, пробивать череп. А что вот так вот? Я вижу только одно, что ей даже не дали Сокол сказать на лобном разуме. Что не дали? Ей дали зато вы тираду про то, какая она бедная несчастная. Дали? Дали. Она это сделала. Ну и что теперь? Ты считаешь ее бедной несчастной? Она себя считает бедной несчастной. Замученной Кобозовым.
Послушай, у нее есть на это право. Она с Габозовым в паре. Но не Габозов же замучен ей. Хотя все хотят выставить именно так. Габозов – это большой, очень взрослый мальчик, который, знаешь, Александр Габозов, роман его на обложке сверху. Название романа знаешь какое? «В поисках развлечений». Причем здесь она, это Сокол, я не знаю. Сокол нужна Габозову примерно так же, как он нужен ей. Они друг друга стоят, понимаешь? Но обвинять ее в том, что она там в чем-то виновата. В чем она там виновата? В чем? Нет, она виновата даже просто в Никита, том... Ты поддался тоже на вот это коллективное мнение. Знаешь, кусануть того, кто там... Я не кусаю ее за то, что он ушел. Я ее... Сейчас мне не нравится ее поведение на Лобном. Высказывание... Тупая своя защита. Себя пытается защитить. От чего защитить? Пускай казнят. У тебя ушел близкий человек. Тебе нужно его вернуть. Любым путем. Причем здесь защита. Никиточка, в том-то и дело, что он уже никуда не ушел. Он уже на расстоянии звонка телефонного. Алло, Лен. Да, да. Я тебя попрошу. Да. В любом случае, я не тот человек, чтобы по паскудному вот так расставаться или уезжать или что-то. В любом случае, я приеду, в любом случае, поговорю, в любом случае, поставлю. Нет, все. Единственное, я хочу сказать, что Бог свидетель тому, Бог видит, Бог знает. Я люблю этого человека больше своей жизни. Угу. И поэтому ты так делаешь сейчас. Саня, ну я думаю, что если есть любовь в сердце, то она преодолеет все невзгоды и все те тяжелые моменты, которые вы сейчас переживаете, и все будет нормально. Давай уже приходи в себя, не знаю, как вы там поговорите. Просто с твоим уходом сделаешь хуже-то только ты сам себе. Никому от этого плохо не будет, понимаешь? Жизнь твоя, и ты выбирай уже сам свой путь. Если ты выбрал такой, ну и тогда это твое решение. Просто Ольга при этом, есть еще вторая твоя половина, которая действительно сейчас вот сидит передо мной, она сидит, трясется вся. Она первый раз ее вижу в таком состоянии, ее колотит всю, как не знаю кого. А ты просто не можешь пару слов сказать, вот и все. Если не можешь, поговорите тет-а-тет. Смотри сам, Саня, я же тебя не собираюсь ни на что подбивать. Ты точно ничего не хочешь ей сказать? Нет, просто передай, что я ее люблю. Она тебя слышит. Вот она сидит, и ты вот говоришь, а она плачет. Понимаешь? Как бы, блин, не знаю, любовь, слова, все это понятно. Но сейчас произошла ситуация, и вы при этом оба страдаете. Зачем это нужно? Ну хотя бы скажи ей пару слов, да и уже там уже разберетесь. Вот она сидит, рыдает. Вот сколько мне можно? Целый день с ней нянчу, Сань. Вот целый день я успокаиваю ее. Ведь ей нужна не от меня поддержка, не от дяди Васи, не от дяди Пети, а от тебя что-то услышать. А целый день твоего звонка ждет. Мы с ней от телефона не отходим. Где Саня? Нельзя так, Саш, нельзя. Тем более, если ты человека любишь. Нельзя так, нельзя. Скажи, пожалуйста, вот на два слова и все. На, возьми. Ничего, просто привет скажи. Алло. 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 Да. Саш, как не плачь? Тебя нету сутки. Я ездила тебя всю ночь, искала. Ты позвонил всем, кроме меня. Ты даже не позвонил сказать, что с тобой все нормально. Как не плачь? Меня откуда? Я некуда было. Ты нашел позвонить, ты нашел телефон позвонить ведущим. Ты нашел позвонить телефон чего-нибудь. Ты не нашел позвонить мне только. Я не знаю, Саш, мне сейчас очень сильно плохо. Я не знаю, чего я хочу сейчас от отношений. Не знаю, честно. Ни хера не понимаю, что происходит. Мне очень трудно говорить сейчас. Не знаю, что будет. Ну, успокаивайся, ну. Красиво. Я сейчас сама заплачу, ну ты чего? Да. Сокол начала утро опять со слез. Уже два дня она плачет в компании своей кошки Дикси, которая, видимо, от стресса заболела. Оля не находит себе места. Она решила позвонить Саше и выплеснуть все свои переживания. Все волнуются, все видят все, кроме тебя.
Проблема ведь в том, что, Саш, ты себя и шоу любишь больше, чем меня. Любовь на делах доказывается не на словах. Я очень устала. Я уже все, я уже не хочу ничего. Я не хочу бороться ни за какие отношения, ни за что не хочу. Я уже приняла решение, я уже все не могу. Хорошо, что ты мне скажи, все. Умирает. В смысле? В прямом. Че с ней, почему? Сейчас поеду, найду. Ты деньги все забрал. Мне даже не за что сейчас ехать к ветеринару, понимаешь? Если для тебя имеет что-то значение, если ты захочешь что-то исправить, то ты знаешь, как это делать. Сейчас я уже делала все, что можно было. Я уже не могу. Не надо сейчас мне говорить о том, что я должен что-то. Я ничего не буду исправлять, я ничего не должен исправлять. Не надо. Ты хотела того, чтобы я... Саша, если тебе не нужны эти отношения, значит, ты не будешь исправлять. Я не этого хотела. А чего ты хотела? Ты руку поднял, или после того, как ты пьяный пришел. Ну что ж ты делаешь-то со мной? Что ты издеваешься? Не хочешь исправлять? Не нужны тебе отношения? Не надо. Я что, должна унижаться, упрашивать? Я унижалась, когда я ездила. Я не могу ничего вообще делать. Я устала очень сильно, а ты еще сейчас продолжаешь издеваться. Не нужны тебе отношения? Не надо, значит. Что, я должна тебя упрашивать? Я должна тебя упрашивать? Если тебе не нужны отношения, ты заметь, как ты разговариваешь эти два дня? У тебя нормальный голос, ты нормально проводишь время. Я знаю здесь. Это, наверное... Оля, послушай меня, в том-то и дело, что я тебя прошу, не надо ничего делать. Не надо уговаривать, ничего не надо делать. Все, Саша, я ничего не делаю. Я собираюсь и ухожу, я ничего не делаю. Ты вправе поступать, как хочешь. Не нужны, ты мне сказал, тебе это... Не надо, значит, не надо. Не нужна тебе я, не нужна тебе, не нужны тебе отношения. Я не буду больше упрашивать. Все. У Ольги Сокол тоже возникли проблемы с питомцем. Ее кошка Дикси заболела. Утром Оля разговаривала по телефону с Сашей Габозовым и обвиняла его не только в том, что он ушел из дома и пьет где-то два дня, но и в том, что Саша оставил ее без копейки денег, и она даже не может позволить себе поехать к ветеринару. В очередной раз поссорившись с Сашей, Оля вытерла слезы, взяла себя в руки и, одолжив денег у соседей, повезла кошку в ветеринарную клинику. А тем временем блудный Саша Габозов вернулся, наконец, домой. Здрасте. Здрасте. Запах такой вообще, воняет. Я думал, ты живешь. За фигня такая. Вонючая здесь. Что воняет так, я не пойму. Видишь, не было несколько дней хозяина. Несколько дней. Вот тебе, пожалуйста, девочки живут. Мы с тобой жили, у нас здесь хоть раз была такая фигня в квартире. Когда... В те времена, когда я здесь жил, здесь, по-моему, был идеальный порядок. Здесь было приятно жить. Что, там много мусора? Давай помогу. А? Что, я люблю приезжать, наводить порядок. Габозов, хозяин дома. Приехал. Мы ж мужики, хозяева дома. Надо убираться, следить за порядком. Мы ж мужики. Пошли, Саш. Саш, ты слышишь? Я говорю, пойдем. Пойдем. Куда? Пойдем поговорим. Так давай дома поговорим. А? Давай дома поговорим. Хочешь, я выйду?
Не хочу дома, пойдем. Я просто-напросто устал. Устал от всего, устал от съедания мозга. Потому что у меня мозги отказываются понимать, что я еще не так делаю, в чем проблема, что я не так делаю. Когда я пытаюсь нормально поговорить, и ты мне вообще ни разу не даешь высказываться, ты меня перебиваешь постоянно. Ладно, бог с ним, я согласен, что не бывает одного виноватого. У меня к тебе один вопрос. Ты хочешь быть со мной? Скажу, я хочу быть с тобой, но не таким, какой ты есть сейчас. Хорошо, я тебе вопрос просто задаю. Я тебе ответила. Ты мне нужен, я тебя люблю, но мне не нужен тот Саша, который может поднять руку, который может кричать на меня только из-за того, что его перебило, и который может сорваться и не сказать мне даже, куда он уехал. И я 2 дня просто нахожусь в состоянии того, что меня трусит, у меня хватает сердца. Ты меня прогнала, я собрал... Нет, я не договорил. Ты меня дослушай, пожалуйста. Если ты меня будешь перебивать, я буду кричать. Если ты хочешь, чтобы я свалил, я могу свалить. Мне это не проблема. Я тоже тебя люблю. И я хочу, чтобы ты была счастлива. Если ты со мной несчастна, я могу, пожалуйста, развернуться и уйти. И будь счастлива. Я тебя люблю. Ты мне нужна точно так же. Но мне вот такое отношение к себе не нужно. Я ради тебя бросил это. Я пошел на всякие условия. Ты мне покажи мужчину. Вот я позавчера общался с твоей подругой. Которая у тебя есть одна подруга в Москве здесь. Хорошая подруга твоя. Не знаю, лучше она твоя подруга, не лучше. Это ваши дела. Твоя подруга. Которая мне сказала, я в жизни не было у меня мужчины, чтобы он там дома убирался. Скажи мне, пожалуйста, что я еще не так делаю? Что еще тебе не хватает? Я тебе могу перечислить, что меня не устраивает, и что мне не нравится, и чего мне не хватает. Скажи мне, пожалуйста, что мне еще нужно делать? Я тебе еще раз объясняю, мне не надо вот этих вот вечных съеданий мозга, вечных подавлений. Зачем меня подавлять? Мне это не нужно. Если ты хочешь идеальную семью, идеальная семья – это та семья, где женщина слушает мужчину своего. Где есть равноправие в семье, я понимаю, но мужчина, он все равно. Ты должна себя чувствовать за мной, как за каменной стеной. Как я могу себя чувствовать с тобой? А не я за тобой. Когда ты уезжаешь, я 2 суток не могу прийти в себя. Потому что, я тебе объясняю, не надо меня прогонять. Если ты меня будешь, вот хоть раз ты меня еще раз прогонишь, я соберу свои вещи и уйду. У меня сейчас, вот Оля, я тебе говорю серьезно, у меня сейчас вот стоит, у меня вот 2 дороги. 3-го у меня не дано. Либо так, либо никак. Ты сейчас понимаешь, что ты там говоришь? Я понимаю абсолютно, что я говорю. Я тебя люблю. Я точно так же хочу быть с тобой. Но у нас ничего не получится, если мы не научимся слушать друг друга. Мне одному есть куда идти. У меня есть друзья, у меня есть родственники. Куда я могу идти? Вот это все. Я на эту тему разговаривать больше не хочу. Я просто думаю, что все свои выводы из этой ситуации сделали. Я не хочу точно так же видеть тебя в слезах. Я не хочу, чтобы ты мучилась. Я не хочу, чтобы ты страдала. Но не надо меня прогонять. И если бы я уж пришел в жопу бухой... Как я должна была... Саш, ну не прекращай. Нет, иди сюда. Не договори, не трогай. Может быть, я даже вот из-за того, что ты уехал, я поняла. В то время я могла говорить о грубости, обидные вещи. Я знаю, какие даже. Некоторые дела сознательные. Я тебе не один раз говорила, что я тебя люблю меньше, чем ты меня. Я понимаю, что неприятно это слышать.
И вот когда сейчас ты уехал, когда вот со мной все это начало происходить, я поняла, что на самом деле это не так. Что вот именно вот в такие моменты, когда ты не знаешь, где человек, что с этим человеком, не знаешь, что будет с вами, ты понимаешь вообще, насколько сильно ты его любишь. И понимаешь вообще, вот какие были вещи неправильные, правильные в этой ситуации. Вот именно если разобрать эту отдельную ситуацию, как отдельный элемент, то больше вины твоей. Но если коснуться в, как бы ее в целом, то я вижу прекрасно в том, что капала-то в стакан я тем, что я тебе чересчур много, наверное, запрещала, я чересчур много требовала за это, я извиняюсь. За то, что подобляла, за то, что грубая была, за то, что не ласковая была. За то, что в последнее время говорила, тоже извиняюсь. Иди меня прости. Иди сюда. Иди сюда. Ну не надо сейчас, зачем ты сейчас... Сам подходи. Для чего эти понты? Встань, пожалуйста. Подойди, я буду сидеть. Я не могу, я не ем два дня. Ну подойди, встань, пожалуйста. Что за понты такие? Что ты закрылась? Рука на руке лежит. Нет, ты закрылась. Просто насильно все делать. Хоть рада ты меня видеть? Я не понимаю. Конечно, что тебя ненавидит. Сидела, кажется, кто-то не приехал. Думала, ты мне впал тут. Приперли, сынок. Кто тебя звал сюда? Кому ты тут нужен, кроме меня? Иди ко мне. Да я не могу, мне так надо смотреть на тебя. Ну сядь и вот так смотри на меня. Я тебя люблю. Давай уедем на поляну жить. Соглашайся. Если я не соглашусь, мы останемся в городе? А? Если я не соглашусь, мы останемся в городе? Конечно, останемся. Но я хочу сейчас, чтобы ты, как моя женщина, пошла за мной. А ты не можешь остаться в городе? А? А ты не можешь, как мужчина, остаться в городе? У нас институт, у нас Дикси, которую надо лечить. Но ей неделю надо колоть лекарства утром и вечером. А у нас... У меня, по крайней мере, планы на городе. Наконец-то творчеством занялась. Ну, если ты очень хочешь на пляну... Тогда едем. Ты чего? Маленькая, ты чего? Заселимся с тобой в коралловую комнату. Зато у нас дом будет целый. Поживем на поляне. Если нам не понравится там жить вдвоем, переедем сюда обратно. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Привет, Рустам! Ну а мы встречаем Ксению Бородину и Викторию Карасеву. Как сегодня помирились Александр Габозов, который погулял и вернулся, и Ольга. А Ольга уже нет, не хочет обнимать Александра. Он сейчас просто, я тебе скажу, он сидел, отморажился. Как только сказали, что помирились, Серега... Ой, господи, Саша такой, показуха. Вот так вот прожила год с человеком, а теперь он Серега у нее. Оль, я тебе открою большую тайну. Твоего молодого человека зовут Александр. Не поверишь. Ну, господи, я смотрела на пунзере. Хорошо, давайте поговорим о другом. Ты два дня... Прибываешь в истерике. Льются крокодильи слезы из твоих глаз. Александр уходит с проекта, пропивает последние деньги из семьи. А сегодня я узнаю, что это счастье, оказывается. Нет, счастье, Ксюш, знаешь, в чем? В том, что за два дня, вот, есть люди, конечно, которые не верят, доказывать я им ничего не собираюсь, есть люди, которые видели, как до меня постепенно, не скажу, что сразу доходили какие-то вещи. Я до сих пор не согласна в том, что в последней ситуации виновата я, и Саша это прекрасно знает, но я считаю, что он виноват в последней ситуации, но я считаю, что, на протяжении очень долгого времени я, ну, скажем так, перебарщивала, я... Как Саша говорит, ела ему мозг. Я повспоминала ситуации, когда его ела, и впредь пообещала посасывать, полизывать его мозг, но ни в коем случае не грызть.
Вот, и, собственно говоря, мы на самом деле решили начать все с чистого листа, то есть, Танечка, с нуля. Я поняла, судя по твоей речи, можешь сделать следующий вывод, что ты сейчас покаялась и поняла, что на самом деле во всех пьянках там Александра, нет, да? Нет, я такого не говорила. В плохом поведении. И этого я не говорила. В том, что он тебя избивал, в принципе, виновата ты, и ты сейчас признала свою вину. Да сейчас, я так не говорила. Я говорила, что я понимаю, что я к его уходу. Ты его подталкивала. Нет, я сказала, этому. Что его уход, его нервный срыв, это то, что я переборщила со своим контролем. Переборщила в том, что я ему запрещала абсолютно все делать. Вот в этом я переборщила. Ты запрещала ему изменять, пить и пропивать, это было правильно. Деньги тратить. Я ему запрещала, я контролировала его звонки, я контролировала его сообщения, я каждый его шаг контролировала. Я его грызла за все, за то, что он не так лежит, за то, что не так сидит, не так смотрит. Может, не беспочвенно, ведь Александра тебе изменила один раз? Проверяла, может, не беспочвенно, но грызла слишком часто. Но ты знаешь, Ксюш, если я пообещала уже отпустить человека и простить, и не один раз говорила ему, что простила его, что вернула доверие к нему, я свои слова, кроме как того, что я говорила, что я вернула, ты мне опять, господи, ты вернул... Короче, обнуляла свои слова. Да, я кроме как словами, ничем в свидетельстве не давайте, Саш, слово теперь. Ребят, я по всем за эти два дня очень сильно соскучился, особенно Рустам, по тебе. Спасибо, Саш. А по мне, Сань? Ой, Леш, по тебе больше всего. Не по мне, да, по Рустаму. По Леше больше всего. Леш, Адеев, можно я проскажу? Ты знаешь, я лежал вот вечерами, да, вспоминал о тебе, думал о тебе. И так вот я понял, я по тебе скучал все-таки. Вот мне даже сон приснился, как ты сидишь на лобном месте в блестящей куртке. Женской. И что ты говоришь, женской. Да, женской. А, ребят, я сегодня, чтобы вы знали, поговорил с Ксюшей Бородиной. Вот, и она разрешила нам переехать на поляну и заселиться в коралловую комнату с Ольгой. То есть мы оставляем городские стены. Вот, я решил стать тем прежним Сашкой Габозовым, которого вы все знаете, доброго и романтичного. Устраивать Ольге побольше романтических свиданий. Как правильно один раз Рустам сказал, здесь в городских квартирах в четырех стенах особенно не распляшешься. Вот. По поводу свиданий и так далее и тому подобное. Да, я люблю очень сильно Саш, Ольгу и хочу ей дарить только... Сашкой Габозовым заселяйся с Ермаковой. Нет, я имею в виду... Будешь пить, гулять, изменять. Давай, Саша. Нет, я имею в виду то время, когда я жил на поляне. Вот. И в принципе так, что ждите поляна своего героя. Сашенька, ну давай спросим у ребят, готовы ли они тебя принять обратно. Вот что думает Рустам? Я-то лично себе в руках лежал. Саш, я на самом деле очень рад, что ты вернулся. Это все вот ко времени. Понимаешь, вы там городские жители. Большие рыбы в маленьком аквариуме. Вас очень заметно, на вас внимание больше, чем здесь. Здесь нас, ребят, побольше числом. Там, вы знаешь, как вот, как сказать, ну вот удельные князья. Такие, каждого своя вотчина. Но ты не забывай, что ты опричник сокола Ольги. То есть помощник и защитник ее первый. Ушел ты, и накинулись к сердечку, к ее калому злые вороны. И что ты думаешь, смотрела она, как бельчонок в гайд-парке на нас, на всех оттуда, вот такими глазками. Но это не помогало. Так что, Сашка, береги, пожалуйста, Ольгу. Адеев Алексей. Здравствуйте, город. Пынзарь, привет. Вот. Пока, Адеев. Я хочу сказать то, что я вот очень понимаю Саню. И еще просто хочу сказать то, что все, что не делается, это все к лучшему. Потому что не всегда мы виноваты в тех ситуациях, которые происходят у нас в жизни. Слава Адеев, виноваты все, кроме вас. Я хочу узнать одно. Скажи, пожалуйста, Александр, это ваше совместное решение? Просто ты говорил как бы за себя. Хочется понять, Ольга вообще на это согласна? Я думаю, Ольга моя женщина, она готова идти за своим мужчиной. То есть принимал решение в итоге ты? А Ольга должна тупо этому подчиниться. Нет, я пришел домой, выразил свое желание Ольге, она Оль, ты согласна переехать? Она жена десантника. Конечно. Ну что же, жена десантника завтра соберет все свои вещи и вместе со своим десантником переедет жить на поляну. В коралловую комнату, так? В коралловую комнату, чтобы да. Чтобы ее не выгнали на женском голосовании, как беспокоится Адеев Алексей. Вот стойте, у меня еще вопрос такой. Саш, а вы не боитесь то, что может произойти такое? Здесь ведь Надя Ермакова живет, и в принципе они не очень так живут вместе в дружной такой компании с Олей. И ты не боишься то, что может произойти такая ситуация, и Олю могут выгнать? Леш, я тебе скажу одну простую вещь. Бояться мне там некого. И Надя Ермакова и Алексей Адеев для меня далеко не показатели, дорогие ребята. Вы меня очень сильно недолюбливаете, но по сути дела, мне-то ваша нелюбовь ко мне и большинство
поляне. Искренне, глубоко непонятно. И мне непонятно. Оль, мы очень тебя любим, мы очень будем рады вашему нашему соседству, вы будете недалеко от нас. Просто мне помнится однажды, как ты сказала, я никогда в жизни не перееду на поляну. Я не поняла это пренебрежение. Ты таким тоном сказала, будто бы если тебя вдруг отправят на поляну, ты откажешься от всего. Сейчас у тебя мнение, видимо, изменилось. Маш, я тебе скажу одну простую вещь. Я тогда это говорила, я от своих слов не отказываюсь, я помню эту ситуацию прекрасно. Я даже, может быть, вчера кричала об этом, но я скажу тебе одну такую простую вещь. Все, что не делается, делается к лучшему. И сегодня, когда Саша говорил, я поняла одну вещь, что на самом-то деле, может быть, и проблема у нас в том, что не все этапы мы прошли. Мы же не жили с ним на поляне. Как-то, знаешь, город — это более сильная проверка для отношений, чем поляна. А мы как-то сразу с нуля к сильному перешли, у нас не было золотой середины. И я считаю, что сейчас, в принципе, неплохо бы и мне с ребятами общий язык найти. И проверить наши отношения, ну, начать с нуля. Будет у тебя вот такая возможность буквально завтра. Спасибо, с Александром. Машенька. Вы отправитесь на поляну. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся сразу после рекламы на телеканале ТНТ. Это был телепроект «Дом 2. Построй свою любовь». Что тебе? Не нужно было, чтобы я два дня так страдала. Не нужно было таких ситуаций, когда... Да, это верх эгоизма. Мне не нужно было вот этого вот переезда на поляну. Не нужно было. Ну тоже много не нужно, и это дельно. Оль, что тебе не нужно? Я тебе только не нужно переезжать на поляну? Давай не будем переезжать на поляну. Хочу остаться в городе. Нет, возможно, вариантов оставаться. А был бы, если бы ты не пропал? Был бы вариант, если бы ты не ездишь это время. Вот и все. Ты просто ни о ком не думаешь, конечно. Нету, Шуренька. Я вот, извини меня, учитывая то, насколько я изменился. Я видела, как ты думал эти Оля, два дня. Оля, перебивай меня. Если учитывая то, что как я изменился за все это время с тобой ради тебя, наверное, уж меня интересует не только я один себя интересую. А почему? Да потому что... Подожди, из-за чего? Я не отрицаю того, что есть моя вина. Ты сейчас пытаешься изложить, знаешь, что... То, что вот, да, я повел, вот цитирую, вот в моем понимании сейчас в голове это так, да, я повел себя так, да, я повел себя как скотина, да, ты мучилась, да, ты страдала, но ты страдала, потому что, сука, опять же, ты виновата, я здесь ни при чем вообще, я во всем прав. Ты что сейчас делаешь? Это то, как ты преподносишь мне это все. Оля, ты что сейчас делаешь? Ты сейчас просто стараешься, ты сейчас делаешь виновником меня, а я тебе объяснил, я тебе и вчера на лобном месте говорил, и сегодня я говорил, что не бывает одного виноватого. Я не говорю, что один виноват. Это так, я тебе и объясняю. Так ты пытаешься одеть на себя ярлык ангела, а на меня хорошо. Другой. Противоположный. Хорошо, тогда говори так, что мы наделали? Нет. Тогда говори, почему нет? С отъездом делал-то я не... Почему я это сделал? Да потому что. Вот почему? Эгоист. Нет, не поэтому. Вот скажи, почему? Нет. Сколько бы ты... Саш, даже когда ты мне изменил, даже когда у меня были срывы, я не позволяла себе, я думала в первую очередь о тебе, я не позволяла себе уезжать на два дня куда-нибудь и не давать тебе весточки. Даже когда ты мне изменил. Оль, даже скажи, тогда. Оля, почему я себе такие... Вот ни разу за 7 месяцев я ни разу себе такого не позволила. Все, ни разу. Мне это не интересно, мне это не нужно. Завтра хочешь собирать вещи, уходи, хочешь, что хочешь, да. Нет, не нужно. Я приехал, я вернулся. Элементарный вопрос, почему я этого не делала, тебе не нужно? А? Элементарные вопросы, которые меня волнуют, почему я себе этого позволяла, это тебе не нужно? Хочешь, лежи, депрессируй, хочешь, что хочешь. Я приехал, я пришел сейчас, я позвал тебя, пойдем. А мне теперь молиться за то, что ты приехал? Если мы начали с чистого листа, если ты на лобном месте озвучила то, что мы помирились, и мы начали все с чистого листа, так этот чистый лист должен быть чистым. Угу. Если мы сегодня... А потом... Если мы... Не убивай меня, иначе я буду орать, тогда я тебе говорил об этом сегодня. Если мы сидели сегодня в кафе, если мы обсудили эту ситуацию, если я извинился перед тобой, если ты извинилась передо мной, если мы сказали друг другу, что мы больше так не будем делать, если ты сама же озвучила, что мы начинаем с чистого листа, так пусть этот чистый лист, он будет чистым листом. Я эту тему не хочу больше трогать вообще никак, ни разу никак. Мне это не надо. Ну, конечно, отдохнул, напился, два дня был без меня. Сейчас вот тебя понесло? Нет, я была рада, если бы меня несло. Меня бы хоть расслабило. Но мне кажется, тебя понесло. Нет, к сожалению. Потому что ты уехала. Я говорю, к сожалению, нет, потому что меня тошнит, и я не могу пить. Потому что ты уехала с улыбкой, поцеловала меня, обнялась со мной, сказала, любимый, я погуляю с подружками и приеду. И ты приехала, и тебя понесло. Я была, говорю, рада, если бы меня понесло, была даже рада признаться, что я хочу... Вставай, раздевайся и ложись спать. Да хочу, встану. Нет, давай сейчас, пожалуйста. Я тебя просила, пожалуйста, приедь домой вчера, а ты вместо того, чтобы приехать... Чего это за... начинается опять такая, я не понял.
Ты, я для чего я приехал? Чтобы ты мне мог... Ты сейчас лежишь, что ты делаешь? Я веду себя абсолютно нормально. Ты сказал, что это нормально. Я тоже устала, я тоже взорвалась. Я два дня терпела и ждала. Ты почему? Оля, ты, если почему мы... Ситуация, ты во мне. Почему ты повышаешь сейчас голос? Оля, потому что если мы... Ты сказал, что будешь кричать, если я буду перебивать. Я не перебивала, Оля, не повышай голос. Если мы начали, я еще раз повторяю, с чистого листа, если это не я сказал, это ты озвучила. Если мы начали с чистого листа, то это чистый лист должен быть чистым листом, а не... опять мозг грызанием. Не повышай голос. Да потому что мне это не надо, я не хочу общаться. Я зашел, я раз тысячу попросил тебя спокойно, нормально, любимая Оленька, зайка моя, вставай, пожалуйста, пойдем ляжем спать. Я тебе ни слова не сказал, то, что ты сказала, что ты через сколько ты приедешь и через сколько... Да ты что? Ты бы еще сказал мне по этому поводу. Да ладно? Да ладно. Не имею права? Нет. Почему это? Потому что ты сегодня сказал, что вправе ездить куда хочешь, не ограничивай мою свободу. Потому что ты уехал, я два дня здесь ждала тебя. Ты два месяца, ты был... Ты, Саша, я в твою ситуацию вникаю. Знаешь, что самое обидное? Что я в твою ситуацию вникаю. А ты только как себя чувствовала здесь, ни разу Все. Не вник. Ничего, не хочу ничего. Вчера после ссоры с Ольгой Сокол и двухдневного отсутствия вернулся Саша Габозов. Ребята долго выясняли отношения, высказывали взаимные претензии, но потом все-таки помирились и после взаимного прощения приняли решение переехать на поляну. А пока ребята готовятся к переезду и собирают вещи, сегодня на поляне уже появился первый гость. Приехала мама Нади Ермаковой. Женька, возьми, пожалуйста, сумку. Здравствуйте. Привет. Тетя Таня. Привет, здравствуйте, Таня. Тетя Таня. Меня зовут Евгений. Я знаю. Да ведь легко все же. Да, ничего страшного. Похож, похож. Мам, мне сам на себя. Всем привет. Да ты моя лапулечка. Ой, здравствуйте всем. Привет. Здравствуйте. Ой, Лёшка. Привет. Ну я же вас всех знаю. Здравствуйте. Мы теперь дружим, да? Да, конечно. Поцелую. Вы меня еще не знаете. Видела. Видели? Потому что я сам себя еще не знаю. Лё, там хоть бы встретил. Маклай. Прям вот. Вот она моя злыня. Как ваше имя? Тетя Таня. Тетя Таня? Да. Тетя Таня. Не могу прям. Саша, вытащи меня из этого состояния. Я так долго из него вылазила, сейчас опять туда же. Сейчас, подожди, приедем. У меня уже весь план есть, как я буду тебя вытаскивать. Не могу вообще. Тебе понравится там, ты потом оттуда не захочешь сюда уезжать. Да нет, ушки, сюда я точно захочу. Нет, не захочешь. Захочу. Я буду ждать этого дня просто каждый день. Ты же хочешь жить в романтике? Хочу жить в городе. Без иммунитета, мне все равно, без права выхода, но здесь. Я просто очень сильно привязываюсь к местам. Очень сильно. Я прям настолько привыкла. Ну, я если привязалась к чему-то, мне очень трудно отвыкнуть. Вот как я тогда за 3 недели успела привязаться к поляне. Помнишь, как я в городе депрессировала? Не хотела в город переезжать. Сейчас у меня такое состояние на поляну. Успокаивает только та мысль, что мы, в принципе, вернуться можем. Сашка же сегодня переезжает на поляну. Да мне уж Надя сказала. А я у Нади спрашиваю, говорю, Надь, скажи, пожалуйста, а мама приезжает как раз в этот момент прямо в стремнину. Мама приехала с Юркой знакомиться. А Надежда думаю, говорит, мама хочет ему что-то сказать Александру. А я думаю, неужели у вас что-то еще осталось? Что нет, сказать? Да? Ничего не осталось. Наоборот, сказать, что все. Да? 7 месяцев прошло, давайте забудем друг друга, потому что меня все достают. Ага. Приехала в Туапсе, фанаты окружили. Ой, Надя, Саша, я говорю, слушайте, вот не надо мне только фамилию, вот Габозу. Я к нему хорошо отношусь. Я его даже поздравила с днем рождения. Вот единственный раз я позвонила за 7 месяцев. Хорошо, ни одной смс я ему не прислала. Ну, понимаешь, я на него люблю на экран, а смотреть со стороны, чтобы только он подальше от Нади был. А когда он женится, я перекрещусь. Ну, что у тебя девчонки там приняли? Да как? У меня там вот острый негатив от кого? От Адеева? Ну, это насчет девчонок. Ладно. Ну, вчера, я думаю, кофта вам понравилась. Это Ермаковой. А чем мне остальные? Ну, Ермакова-то она, знаешь, когда ты с ней рядом, она вообще никому не говорит про открытый. Она говорит, мне вообще на нее пофиг, и я с ней не конфликтую. На самом деле мы все видим, что все равно она... Да она... Тебя, естественно, недолюбливает, это нормально. Да она не то, что недолюбливает, она, я тебе говорю, она так... Да мне этот негатив, я для меня не показатель, Даша. У меня и зубы есть, и когти есть. Нет, а кто, это, а вот другие девчонки. С кем? С Машкой-то хорошо, да? С Машей, с Торией, со Славой я хорошо общаюсь. Просто замечательно, с Римой. У нее самая главная подружка есть на поляне, Андрей Черкасов. Вы в какую комнату? В Коралловую. Из таких удобств ты привыкла уже каждый день гулять.
каждый день в кино, каждый день. Не капай мне на вот это вот соль на рану. Я так хочу, чтобы он женился, я ему столько счастья желаю. Таня, тут весь периметр хочет тоже, чтобы он женился, но только на Надежде. Ой, вот не надо только про это. Надо, мне мама очень это больная тема. Да, я вот думаю, вот все бы хорошо, только чтобы они по разным сторонам были. Вы знаете, я вам хочу сказать, тетя Таня, я иногда... Сейчас будем пить уже. Сейчас мы все попьем. Я когда иногда вижу их общение, Надежда и Саша, я ловлю себя на мысли. Иди. Иногда они общаются как ангелы, как будто бы они и не расставались. И вместе они не только на фотографиях, а и в жизни. А потом, когда я вижу их 40, Таня, вот это да. Дело в том, что у них как бы вот... Мама, это Никита. Здравствуйте, Никита. Я вас всех помню, знаю, вижу. Здрасте. Здравствуй. Тетя Таня. Никита. Очень приятно. Мне тоже. Никита. Что? Вот. И поэтому я понимаю, что это роковая была встреча. Я очень боюсь, что они в будущем могут быть вместе. А ведь этого все хотят. Я понимаю, что Надя еще не может его забыть. И это меня это пугает. Ну, потому что они видят друг друга. Но мне понравился Юра. Я же ехала, думала, познакомлюсь с ним. И я предполагала, думаю, ну, знаешь, как вот клин клином вышибает. То есть мужчина, он тоже с Кавказа, он приятный, он добрый. То, что он руками делает массаж, это о многом говорит. Это говорит о его чистоте, правильно? Духовный такой вот. То, что он мягкий человек, то, что он несет добро. Я думаю, может быть, вдруг он перебьет. Перебьет Сашку, да и все. Сегодня на проект приехала мама Нади Ермаковой Татьяна Петровна. Приехала на ребят посмотреть и дочери помочь пережить недавний уход ее парня Юры Никитченко. А бывший парень Нади, Саша Габозов, тем временем готовится к переезду на поляну. И хоть его возлюбленная Ольга Сокол не хочет покидать городскую квартиру, решение уже принято, а значит, пора собирать вещи. Все, Саня, пойдемте, помогите мне, газель приехала. Помочь вещи тебе? Кровать. Александр Габозов. Сегодня уезжает. Поляну. Пойдем, поможем. Пойдем. Я своего протеже отправляю вместо себя. Угу. Мышка, тебя зовут. Кто поможет спустить мне кровать? Пойдем. Пызари Семен. Это мои друзья. Ребята, хватит бухать. Пойдем уже. Кровать сейчас мы в газель запихнем. Выпьем и дружненько песню споем. Габозов, Александр Габозов, уезжает на поляну. Александр Габозов. Габозов. Я знаю, что заметил, что я всегда встрю на какие-то переселения. Зимит, одев, я всегда встрю, когда она приезжает. А я тоже всегда встрю. Всегда встрю. Оленька. Оль. Подожди, я разговариваю сейчас. Ты с кем разговариваешь? С Яной. Слушай, тебя какая, по-моему, устраивала? За 600, правильно? Оль. Она нашла за 640 комплекция «Элегант». Оль, ты мне перезвонишь, скажи. Минут через 5. Сейчас скажу, через... Давай так, я сегодня приеду на поляну, я в любом случае, она будет ко мне заезжать. Да. Смотри. Да, я нет, скажу, но она приедет мне либо сегодня, либо завтра, короче. Саш, ну ты что ты влазишь? Я же, наверное, лучше знаю, я же до тебя разговаривала. Сейчас ты можешь положить трубку? Ты можешь не дергать, я договорю и положу трубку. Я попросила, я договорю и положу, Саш. Оля, мы сейчас зашли, наверное, не для того, чтобы ты разговаривала с Яной по телефону. Мы зашли, когда я уже разговаривала. Я не должна бросать все из-за того, что вы заходите. Алло. Со мной. Оль, скажи, что перезвоню сейчас. Вот ты ладно, гонишь, все, что давай. Ли? Я перезвоню, давай. Тебе надо я поругаться, тебе сказала, чтобы я сказать. Договорю, потом положу трубку. Саша, не надо разговаривать, надо кричать. Вот этот разговор по поводу машины, он никому не нужен. Не разговаривай, со мной на... Да ладно. Да ладно. Ребятки, давайте тогда? Ругаться будете потом. Сейчас Саша, мы пока перенесем, мы пришли помочь. Тогда вообще не общаться со мной, не подходить ко мне. Можем вообще остаться, если ты будешь со мной дальше так общаться. Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Оля, пожалуйста, я тебе сказал вчера, пожалуйста. Все отсюда. Ты что, слышишь? А-а-а. Всем вместе сюда, понятно тебе? А? Ты как разговариваешь? Как заслужил.
Как заслужил? Я с тобой разговаривал, убери зеркало. Нет. Что нет? Вот ты со мной вот разговариваешь. Потому я что говорю, я зашел и попросил смена, тебя нормально. Я говорю, не смей. Нет, нет, я тебе и сказал. Не смей, говорится, нет, я тебе сказал, а я буду. Я буду. А я буду. Я себе этого потому не что, позволяю. Потому где? Что я зашел, где? Спокойно где? Тебя попросил. Твой я тебе, Оля. Чистый лист. Оля. Где твой чистый лист? Потому что если ты сидишь... разговариваешь на... Если я, мной. Если я если тебя... Я если тебя... Если я тебя, сука, попросил, спокойно зашел, тебе сказал, раз, два, три, 15 раз, то можно, наверное, сделать из этого вывод, положить труп и обратить на меня внимание. Тебе-то машина нужна сейчас. А? Моя мать делала. И моя тебе мать... машина на... Это Хонда. Моя мать, это передавала моя мать. Что ты сейчас делаешь? Я не хочу никуда ехать, никуда. Я зашел, попросил, стал нормально. Нет, ты да меня не дослушаешь. Да не лезь ко мне, нет, ты меня дослушаешь. Доску меня. Итак, мог ли я подумать, что вот так все будет, и я даже буду вести тет-а-тет и общаться с двумя Ермаковыми сразу. Вот, Татьяна Петровна, очень приятно, что вы приехали, рада вас видеть. Спасибо. Приехали вы, наверное, не случайно же? Да, конечно. Приехали, потому что Надя Ермакова у нас сейчас пребывает не совсем в хорошем душевном состоянии. Как известно, у нас недавно нас покинул Юра Никищенко, и у Нади пошли мысли о том, чтобы покинуть наш телепроект, потому что якобы Юра ее там ждет, зовет, и она без него не может. Якобы. Что вы думаете по этому поводу? С экрана Юра кажется очень милым, добрым парнем. Я, конечно, не ожидала, что вот у Нади возникнут какие-то чувства к нему. То есть... Мы тоже. Мам, так как все, блин. Надежда, говорит мама. Вот, ну что я могу сказать насчет покинуть, не покинуть. Я даже тоже в таком, так сказать, затруднении. Потому что я говорю, Надя, ну покидать проект хорошо, когда человек тебя везет на Владикавказ, в горы, делает предложение и как бы меняет ситуацию в твоей жизни коренным образом. Мне уже один сделал предложение вот там же. Об этом и речь идет. То есть не надо наступать на одни и те же грабли. То есть я так думаю, что если Юра, вот они сейчас расстались, пока он на расстоянии, большой видится на расстоянии. То есть если что-то они придут к какому-то выводу, мужчина когда зовет, ну, может быть, она за ним и уйдет. Это будет ее решение. Но когда это решение должно быть конкретным к чему-то. Ну, я же не замуж за него собиралась, мне просто отношения строила. Это ну, отношения вещи. Просто когда строишь, все равно они чем-то заканчиваются. Ну, а вы верите вот по тем эфирам, которые вы видели, то, что Юра действительно хочет, чтобы Надя была с ним, что он в нее влюблен? Пока трудно сказать, что вот у них что-то большое и серьезное. То есть пока это только какие-то росточки, зародыши чего-то, что могло бы перерасти. Но перерастет ли сейчас это во что-то большое, трудно сказать. То есть я правильно ли понимаю, во что? В данный момент их симпатия взаимная не настолько велика, не настолько серьезное отношение, чтобы Надя покидала наш телепроект? Я думаю, да. Оль, можно? И что ты мне дал? Кровать. А где она? Что? Ольга. В ванне. В ванной? Подожди, Пыцарь, давай спросим разрешение. Ты дурак, что ли? А, да. Спроси Олю разрешение. Можно? Ты подожди сначала. Зайди, спроси у меня разрешение. Так, сейчас, подожди, Пыцарь. Положи. Оль, можно? Можно мы кровать перенесем, поможем вам? Можно? Можно вам помочь, Оль? Пынзель, дурак, молчание, что ли? Молчание, знак согласия. Ты да дурак, что ли? Сейчас... Да пойдем. Сейчас скажу. Пынзель, да, поставь, да. Дурак! Пойдем. Я рухнул немножко. Я тебе говорю, ты что делаешь-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотри. Ай-яй-яй. Даш, ну не выноси. Ай, мамочки, она меня сейчас... Ну и, естественно, не могу не задать вот этот вопрос, он сам по себе напрашивается. Вот есть молодой человек, он у Нади даже заклеен на постере. Да я вижу. Все-таки сравнивая Сашу и Юру, что вы можете сравнивать сказать? Сравнивать никогда никого не сравниваю, конечно, но, как правило, по жизни новые отношения должны быть лучше прежних. Отношения должны быть лучше. Ну, есть, в одну и ту же реку не войдешь дважды, все-таки я в это верю.
Но вы уверены, что Надя не вернется к Александру Габозову, а Габозов к ней? Потому что про это, естественно, очень много говорят. Я не то, что не верю, я этого очень боюсь, потому что это возможно вполне. То есть это возможно? Я думаю, что да, я этого боюсь. Ведь он сегодня возвращается на поляну. И ты туда же. С солью Сокол. Да. Меня туда это... же кто, мама меня или это я? Пугает, мама. Что он возвращается. Мама. То есть видишь, даже мама подозревает, меня что возможно. Потому что у Надежды все равно вот здесь все-таки есть чувство. А ну не только отправьте Надежды. Меня жить в город. Я прошусь, я не хочу с ним жить на одной площадке. Мне комфортнее, если я буду жить. Может быть, она боится телевизора. С ним жить, потому что она боится с ним жить на одной площадке, потому я что не хочу боится, что с ним вновь жить. У них что-то возобновится. Я просто не хочу с ним жить. Мне я не могу. Я сейчас, даже не я сейчас маму разговариваю. Я мама на этот вопрос ответить не могу конкретно. Но то, что ситуация неприятна. Всем троим. Это однозначно. И я четвертая в этой ситуации. Чем я заслужила? Оля! Тем, что ты вчера ну, ты клялся, что кричишь? Ты начался заново. Ты стоишь вот здесь. Я сказал! Положи телефон! Так я сказал! Я зашел, я попросил хватит. Нормально. Все, подожди, пожалуйста. Послушай. Не хочу слушать тебя. Послушай не хочу, меня, я пожалуйста. Устала. Нет, все. Послушай меня, пожалуйста. Не хочу, Оля. Не хочу. Ребята офигели. Наверное, не я один идиот. Да что... Тех, что офигели, потому что я это сказала. Твоего после... поведения. Я это сказала после того, как ты на... со мной общаешься, после того, как я нормально тебя попросила. Перед людьми ты со мной так общаешься. И ты сказала, Саша, хватит со мной так общаться. Как ты себе позволяешь общаться? Ты сказала, нет, не хватит. Оля. Я буду с тобой общаться. Я говорю, Саша, прекрати. Ты... Я если не прекращу, то что? То что? Оля. Все, да? Саш, все. Теперь давай, нет. Все. Хорошо, да, ты просто все. Не видишь своей вины. Теперь ты всегда все видишь хорошо. Кого-то виноватым. Хорошо, Саш, все, хорошо. Здесь виноваты делают все время меня. Оля. Это... Меня постоянно делают виноваты, а не тебя. Все, правда, все. Я устала очень сильно. У меня нервные срывы постоянные. А у меня не нервные срывы. Ты опять говоришь со мной, когда говоришь, что мы начинаем все сначала. Из-за того, что я говорю по телефону, неужели стоит того, чтобы обратиться к женщине, которую ты любишь, с которой ты хочешь начать изначально, но... Ты же... Пожалуйста. Оля, почему у тебя такая привычка сказать, и потом, после того, как ты выскажешься, все, я больше ничего не хочу слышать. Кошмар. Я зашел, попросил тебя нормально. Пожалуйста, послушай меня. Я тебя все время слушаю. Саш, что ты мне нового скажешь? Да ничего нового ты не скажешь. Все! Не трогай меня, нет, я тебе серьезно меня, говорю, пожалуйста. Не трогай меня больше. Я не хочу видеть тебя прости больше. Меня, не хочу я прощать тебя, не хочу никуда переезжать. Мне 19, тебе 26, у кого мозгов должно быть побольше? Не так я в последнее время делаю. Даже если тебе не был мозг, мне 15 лет. Нет, еще во мне не... Ты что ж ты, сука, издеваешься надо мной? Да чего ты меня доводишь? Объясни мне! Я пишу на ходу! Я не могу больше ничего! Не хочу я! Я ведь виноватый! Блин, я со всех головах, сука, мне уже тяжело! Нет! Нет, у меня сил бороться с тобой! Успокойся, нет! Прости меня. Нет! Успокойся. Не надо больше, блядь, передо мной извиняться! Хватит меня трогать! Отойди от меня, я тебя прошу! Не трогай меня! Привет, Оль. То есть, когда я вчера говорила про грязь, это еще я так. Это еще была не грязь. Это Саша начал бить банки. Столик уже начал бить. А где столик? Почему он перевернутый вообще? Он его через меня кинул. А? Он его через меня кинул. Через тебя стол кинул? Угу. Это вы так переезжаете? Вместо того, чтобы как-то перемещать вещи? Вы их тупо решили перекидывать, да? А это, Оль, проблема в том, что когда люди вот так вот закрывают глаза на некие проблемы и на следующий день делают вид, что ничего не произошло, вот потом бывает намного хуже. Потому что о всех проблемах надо жестко и четко разговаривать. Я вчера очень была удивлена, когда села с тобой на тет-а-тет, и ты сделала вид, что у вас, Саша, все замечательно, Вы толком даже не поговорили, а просто решили простить друг друга, и все в порядке. Вот это приводит к такому. Вот первая моя эмоция, Ксюша, он приехал, я была рада тому, что он вообще приехал, что он жив и здоров. Я очень его люблю и очень боюсь потерять. И ну, я не могла сначала даже разговаривать, выяснять, там, потому что опять бы начали говорить, что капаю на мозги, и Саша бы начал воспринимать, что такие...
Я ждала, пока он сам подойдет с разговором. Когда он спросит, как я себя чувствовала без него. Он уже не спросил ничего. Я вчера вечером приехала и начала с ним разговаривать. Вроде бы он сказал, что да, я понял, я был неправ, я должен был спросить. Я говорю, ты поступил как эгоист. Он, да, это так. Ну вот как бы вроде бы вот она, золотая середина, вот она истина. Вот он уже все понимает. Мы ложимся спать, все хорошо, просыпаемся утром, начинаем собираться. Я понимаю, что человек ничего не понял. Так а что произошло? Почему он ничего не понял? Что случилось? Ты начала собирать вещи, Мы собираемся, я собираем вещи. Я позвонила Яне Зимит. Точнее, она позвонила. Говорить по поводу машины. И Саша заходит такой, мы пришли с Семеном и с Сергеем поговорить с тобой, положи трубку, потом перезвонишь. Я говорю, сейчас, Саша, я говорю, уже договорилась, сейчас цену назову, трубку положу. Он начинает орать с матами, со всей фигней, типа, ну, как Саша умеет, я не хочу сейчас опускаться и опять это говорить, произносить эти фразы. Я кладу трубку. За что? Я не за то, что трубку не положила? Да, он говорит, потому что надо, когда я захожу и говорю, положи трубку, значит, ты должна ее положить. Я сижу, говорю, я немного ли я тебе должна в последнее время? Я должна радоваться, что ты только приехал. Я должна ехать на поляну. Я должна прощать тебя. Я должна делать то-то, то-то. Ты-то, по сути, я-то ему прощала больше, чем он мне раз в 100. Он всего лишь не пьет 3 месяца. Сколько я прощала этих пьянок, сколько я гуляний прощала. Я же прощала серьезные вещи. Меня сделают здесь какой-то мегерой. Я во всем виновата. Я 19-летняя виновата в том, что здоровый мужик, которому почти 30 лет, не осознает своими мозгами, что ему нужно делать. У кого больше вообще опыта в отношениях к Саше? 26 лет, у него уже было дофига отношений, у него было дофига всего. Так пусть он мне на своем примере показывает, как это строить. У меня нету такого опыта. Пусть сама тащит вещи. Конечно. А что она визжала-то, прям визжала? Вот истерика у нее началась из-за того, что я на нее наорал потом. Я говорю, сейчас ты как разговариваешь? И наорал на нее, и она сейчас в истерике. Слушай, мне кажется, ей врача нужно, честно. Я вышла, я же офигела. Я такой человек, я же боюсь вот таких вот истерик. Я просто в очень спокойной семье росла. У нас никогда вот таких руганий не было. И когда вот такая истерика, я лично пугаюсь. Такое ощущение, что какая-то она, не знаю, больная, честно. И у нее с нервами не все в порядке. У нее с нервами вообще. Вот так прям. Прям фу. Что, у меня просто такое раздражение, прям ужас. На нее? А? На нее? Да. То же самое. Я прям не знаю, я просто терпеть не могу. Знаешь, таких необоснованные истерики, вот такие, знаешь, больные. Больные. Если ты больная, блин, иди туда лечись. Что ты сюда пришла, блин? Истерики что такие устраивают? Я хочу попросить у тебя, чтобы ты мне дала 2 дня сейчас отдохнуть. Я не собираюсь убегать с проекта, как Габозова. Я не собираюсь пропадать. Я оставлю номер телефона своей подруги. Я могу с ней лично познакомить тебя. Я оставлю свой номер телефона. Я буду на связи. Мне надо 2 дня отдохнуть. Мне надо просто подумать сейчас, нужно мне это или нет. Я не знаю, что делать. Я его люблю. Я не хочу его терять. И в то же время мне нужно, чтобы из меня делали тряпку. Я тебя тоже люблю. Я не могу, когда вот так вот я глотаю все. А потом он сидит, понимает, что он сейчас чувствует, что я его люблю очень сильно, понимаешь, когда я сдерживала свои чувства, когда он этого не видел. Мне все этим тыкали, а я делала правильно. Я правильно делала, потому что он сомневался всегда, потому что я ему всегда делала намеки, что ага, ты меня больше любишь, чтобы он чувствовал, что он может меня потерять. Это была правильная тактика. И Габозов не позволял лишнего себе. А сейчас, когда он чувствует, что я вот все, не могу вообще без него, что я его очень сильно люблю, он, а что? А что будет, если я не прекращу с тобой матами разговаривать? Нет, я буду на тебя орать, нет, я буду материться, или что? Хочешь расстаться со мной, расставайся, да никуда ты не денешься, потому что ты меня любишь. Зачем это? Зачем так делать? Или не надо, я не хочу больше, чтобы... Короче, ты хочешь 2 дня, чтобы подумать, да? Если у меня будут силы бороться. Я же не говорю, что его разлюбила. Понимаешь, самое обидное. Да я понимаю, о чем ты говоришь, Оля. Я все поняла прекрасно. Тебе просто нужно 2 дня, чтобы привести себя в порядок, очнуться вообще и трезво посмотреть на эту ситуацию. Да. Потому что сейчас у тебя все затуманено. Давай, я тебе на лобном месте скажу тебе ответ точно. Хорошо. Ладно? Давай. Ты молодец, а я не молодец! Что тебе не сделать, не могу понять? Сейчас, знаешь, достал. Сука! Сука! Почти.
Александр Габоза сегодня едет на поляну. Ну а пока встречаем ведущую Ксюшу Бородину и на поляне Андрея Черкасова. Всем привет. Привет, город. Ну что же, как видите, Александр Габозов не в настроении. А все потому, что они в очередной раз сегодня с Ольгой очень-очень сильно поругались. Саш, ну вот с Ольгой я разговаривала на эту тему. Я понимаю, почему у вас теперь нет понимания в отношениях. Потому что вы говорите на абсолютно разных языках. Ольга мне всегда рассказывает вашу ссору со своей колокольни, ты со своей. И получается картинка вообще, не знаю, плюс и минус. Абсолютно разные истории. Мне Ольга рассказала следующую историю, что она стояла, сидела, разговаривала по телефону с Яной. Вдруг влетаешь ты с ребятами, с Сергеем и с Семеном, насколько я понимаю, да? Да. И начинаешь говорить: Оля, положи трубку. Ольга тебе отвечает: Саш, я разговариваю. Оля, я сказал, немедленно положи трубку. И дальше начался, после того, как Ольга не положила трубку, мат-перемат, пошла туда-сюда, налево-направо. Ольга разозлилась на мальчиков, крикнула, чтобы они пошли вон, и после этого ты завелся еще хуже. Дальше ловлю сейчас Александра Габозова здесь на выходе. Говорю: Саш, как все было? Саша говорит: я подошел, сказал: Оленька, пожалуйста, положи трубочку, надо вот делами заняться. На что Ольга ему злостно ответила: нет, трубку я класть не буду, я разговариваю, ты не видишь? Лена, может, спросим? На что Саша опять по-доброму попросил Ольгу второй раз положить трубку. Ольга опять же так же злостно ответила. И в третий раз, когда Александр уже разозлился, естественно, начал разговаривать на повышенных тонах. И дальше было то, что было. Две абсолютно, как бы, я еще раз говорю, разные истории. Кто кому грубил, непонятно. Я пошла к Сергею Пынзарю с ним поговорить на эту тему. Сергей говорит: Ксюх, все было так, как рассказывает тебе Саша. Да. Было так-то, так-то и так-то. Сейчас хочу услышать вторую версию. Версию Яны, которая висела на трубке. Ян. Ксюш, да, действительно. Вот давай сейчас отбросим то, что Ольга там твоя подруга. Я хочу просто ясности, потому что до тех пор, пока мы будем занимать чью-то позицию, да, ни к какому консенсусу мы в итоге не придем. Кстати, Ксюш, Ольга не моя подруга, поэтому я немножко, наверное, может, объективно буду. Да, вот было бы замечательно. На самом деле, там, по-моему, ни Саша, ни Ласкова, он просто пошел и сказал: Оль, положи трубку, нам надо там заняться делами. Она ему сказала: нет, Саша, сначала я договорю. Грубо она это ответила, в грубой форме. Ну, не в грубой, но как... Не в грубой, не в грубой. Просто сказала: нет, Саш, я договорю и положу. Саша начала как бы немножко уже нервничать. Оля тоже начала в ответ нервничать. У них как-то вместе вот это все произошло. То есть оба они стали сразу, в принципе, уже кричать. Я не кричала. Стали в позу. Но ты, Оля, не кричала, но ты... ну, не так сказать: Саш, давай я быстренько сейчас договорю, допустим, мы с тобой сделаем. Так, я 5 секунд. Первый раз я так и сказала. Я первый раз так и сказала. Я на второй раз сказала, что я положу тогда трубку, когда договорю, когда захочу. Ну, смысл не в этом. Первый раз, второй раз. Люди, не, как бы, они оба не идут на компромисс. Мог или Саш сказать: ладно, Оль, давай. Там действительно разговор был бы 5 секунд. Или Оля могла сказать: Янчик, все, я тебе перезвоню, сейчас быстро мы тут сделаем, и я перезвоню. То есть могло бы, можно было вообще из этой ситуации не делать конфликта. Ладно, это не конфликтная решение. Ситуация. Не столь важный разговор, чтобы так не переживать его. Правильно, можно было сказать: Яночка, я перезвоню сейчас. Можно было так сказать Оле, а можно было сказать Саше: ладно, Оль, давай 5 секунд договори, и нам надо тут с делами заняться. Просто мы зашли с Сашей втроем. Саша нас позвал, говорит: ребят, помогите мне принести вещи. И то есть мы зашли, должны ждать, пока Оля договорит, а потом вещи носить, что ли? Ну там 5 секунд разговор был. Ну, ребят, но это не конфликтная ситуация. Это просто вот два быка вот рогами уперлись и не хотят друг другу уступать. И все. Вот, я два быка, я абсолютно согласна. Можно. Проблема, я понял. Я сейчас сидел, думал, я понял вообще в целом, в чем проблема. Проблема не в том, что я там сказал или Оля сказала. Я хочу вам всем сказать, проблема на самом деле во мне, Ксюш. Я очень рад, что я переезжаю на поляну, потому что вы все помните, у меня мальчика такого веселого, как Рустам говорит, с розами в заднице. Я потерял себя с того момента, как приехал в город. И от этого очень тяжело. Потому что самое тяжело бывает, когда человек теряет себя и не может понять, что нужно делать. Я потерял себя здесь, в городе. С того момента, как приехал сюда и зашел вот за ту барную стойку. Когда появилась в моей жизни Ольга, я посчитал, что Бог дал мне еще шанс.
чтобы найти себя. Я вместо того, чтобы воспользоваться этим шансом, кричу на нее. Я знаю ее проблемы со здоровьем. Мне тяжело, потому что однажды, когда приехала мама Нади Ермаковой, она сказала: «Саша, ты потерял свою душу». На самом деле это так и произошло. Хочу вернуться на поляну и разобраться в себе. Ты хочешь вернуться на поляну с Ольгой или один? Я хочу сейчас вернуться. Я хочу больше всего в жизни, чтобы еще Ольга была счастлива. Я хочу, чтобы она, не знаю, если она хочет, поедет. Ну, я чувствую, что ей нужно отдохнуть очень сильно от меня. Давай спросим у Ольги, может быть, она... Можно я договорю? Мне тяжело говорить. Я хочу попросить ребят на поляне, друзей своих, чтобы они мне, может, помогли. Потому что я после того, как приехал в город, после, кроме ругани, грязи, разврата, больше ничего здесь ничем не занимаюсь. Да, я строю отношения. Ну что я строю? Человек, который строит отношения, ну, точнее, человек, который без души, он не может строить, выстраивать правильные отношения. Я очень люблю. Так стыдно. Габуза, ты ничего не потерял. Душа, она либо есть, либо ее нет. Бездушные, вон, лежат на кладбище. У всех у нас есть душа, просто ты не в ту дверь зашел, не парься. У всех бывает. Я очень люблю Олю. Конечно. Мне очень страшно. Страшно от того, что я могу потерять ее. Страшно это все от самого себя. Боже, Саша, на самом деле мы тебе поможем. Да, мы, может быть, не так хорошо все общались, но, конечно, приезжай. У тебя просто депрессия. Это с каждым такое бывает. И даже сильный мужчина, настоящий мужчина может плакать. Твои слезы действительно тронули, мне кажется, не только меня, потому что у меня тоже они навернулись. Я не буду говорить, что нам тебя жалко. Это самое ужасное слово для мужчины. Саша, подожди секундочку. Мы не выяснили самый главный вопрос. Это я хочу дать слово Ольге, чтобы Оля сейчас сказала, она едет с Сашей или нет. Ты свое решение поменяла или нет? Нет, я свое решение не поменяла, потому что я прекрасно понимаю, для меня вот эти вот дни в последнее время, это вообще был ад. И когда мы вчера с Сашей разговаривали до 3 часов ночи, по-моему, мы пришли к каким-то выводам совместным. Собственно говоря, ничего не меняется. Мы пообещали друг другу больше не матюкаться, не оскорблять друг друга. Когда человек переходит опять на мат и на повышенный тон, Саша знает... У тебя сейчас достаточно откровенный разговор с Сашей. Вот его монолог. У меня тоже были откровенные монологи, когда мне я просила поговорить. Мне не захотелось подойти к нему и обнять. Мне захотелось это сделать, но я не буду этого делать. Я не буду это делать только потому, что если я сейчас опять это сделаю, мы опять друг друга простим. Мы вчера лежали, обнимали друг друга, мы плакали, просили прощения. Сегодня у нас повторяется все заново. Я тоже устала, я не железная. Я не могу, у него опыта в посторонних отношениях больше, чем у меня. Так пусть он своим примером мне показывает. Пусть он не пытается орать. Я тоже стараюсь, я не кричала сегодня на него, его не обзывала. Я очень хочу быть с ним, я его люблю, но я не могу больше. Я устала, я тоже хочу выдохнуть, мне тоже надо понять, ему проще, он убежал. Он пропал, он отключился от всех, он не разговаривал с ведущим вот эти 2 дня, там, не знаю, пил, гулял, неважно, что он делал. Я даже не задавала, по сути, ему вопросы, чем он там занимался. Главное, что он вернулся жив и здоров. Мне тоже хочется бросить все и уйти от проблем, и не решать их. Мне тоже этого хочется, но у меня нет этой возможности. Я не еду сейчас на поляну, я хочу остаться пару дней подумать. А я считаю, на самом деле, что вот, Оля, вот хватит скидывать уже на то, что ты маленькая, на то, что у тебя меньше опыта отношений или еще что-то. Ты уже живешь с мужчиной, тебе хоть 19 лет. Я в 19 лет, например, еще в куклы играла. Ты в 19 лет уже спишь с мужчиной, ты с ним уже строишь отношения, все говорят, что я все маленькая девочка. Оля, ты для начала научись следить за своими близкими, за своей кошкой, за своим мужчиной, чтобы он так не пропадал из меня на несколько дней и шлялся фиг знает где. И за своей квартирой. К тебе зайти, Даша, когда там такое дома творится. Говоришь, Оля, я тебе могу следить. Сказать, ты очень, знаешь, я бы вот не надо сейчас тебя, себя жертву твой устроить. Мужчина пропадал. А у меня не пропадает мой мужчина. Я, значит, у тебя молодец, мужчина. Да, что значит, он думает я молодец, о тебе, да. Хорошо, значит, ты Оля. Молодец, а я не молодец. Вот Нет, сделать, нет, хватит не сейчас, понять. Ты знаешь, достала. Я... Ты на меня! Ты не туда! Вот ей,
лечиться надо. Вот этот человек, который, я не знаю, вот вообще не жалко это... абсолютно. Не знаю. Вместо того, чтобы... Вот она только что, Ксюша, говорила. Я хочу, чтобы мой мужчина не орал, не убегал, не решал проблемы. То же самое она сейчас делает. Я хочу Семену еще дать слово. А, судя по поведению, вот Ольги Сокол в последнее время, ей нужно взять псевдоним не Сокол птицы, да, а Дятел. Вот, потому что в последнее время она реально превратилась в эту птичку, и вот сейчас мы видим тому результат. Мозг и череп десантника, да, который ломал кирпичи, бутылки, а свой лоб сейчас проломлен. И вот смотрите, как он себя чувствует. Я считаю, что ребятам нужно срочно разъехаться на недельку, на две, и все встанет на свои места. Друзья, дело в том, что к нам сегодня приехала мама Нади Ермакова, Татьяна Петровна. И Саша про нее уже сказал несколько слов. Тетя Тань, да я даже сейчас вот не знаю даже, что сказать. Я приехала поддержать дочь, а в принципе надо поддерживать Сашу. Меня удивляет, что многие занимают позицию Александра все-таки, да, и как бы больше поддерживают Сашу. И вот не понимают, кто, вот, и никто не поддерживает Ольгу. Можно мне? Да, Александра. А вот вы знаете, я хотела сказать, потому что вот тут ни Саша, ни Оля, они, в общем-то, не виноваты. Они оба, может быть, в чем-то были неправы. Ведь если заглянуть в самое начало их отношений, люди что говорили? Сашка любит, Оля не любит. Как Оля туда поехала? Никто Оле не верил. И Оля начинала всем показывать, доказывать. В принципе, с ней никто не общался. Ведь у нее тоже очень сложная ситуация. И не то, что она маленькая. Она такая, она упертая. И что самое ужасное в их паре, никто не идет на компромиссы. Ребятам нужно расстаться, подумать. А Саша, может быть, она немножечко больная любовь, а Оля полюбила только недавно тебя, Сашуль. И ты так не расстраивайся. Эта депрессия, она пройдет. Это совершенно нормально. Но как ты сегодня искренне плакал, ты знаешь, вот у меня все защемило, переломило, мы тебя ждем. Я не думала, что такое чувство. Я не думала, что столько разврата в тебе было, столько вот такого плохого. Все говорили, ой, Габозов, помолчи. А сейчас, Габозов, ты открыл нам, Саш, с иной стороны. Мы тебя действительно ждем. Я хочу, чтобы ты сюда приехал. Я думаю, ребята все поддержат. Спасибо, Саша, большое. Я хочу услышать мнение Надежды Ермаковой. Да, хотелось бы услышать ее мнение, потому что, Надь, ты как-то скептически отнеслась к слезам Александра. Как-то у тебя ты недовольное лицо. Я не хочу комментировать ситуацию. Саша, Оль, честно, ребят, меня достало то, что прошло 7 месяцев, а вы постоянно, как какая проблема, требуете у меня каких-то комментариев. Пока, вот, пока он плакал, ты повернулась к Виктории и сказала, ну, прям как Май в свое время. Да, сказала. Мне просто напомнила. Ты откомментировала, получается, слезы Александра Габозова. Я сказала, мне ситуация напомнила. Ту ситуацию, когда Май плакал на взрыв и искал свою душу. То же самое. Похоже, то есть ты не веришь Саше? Да почему не верю, Андрюх? Я просто не хочу комментировать ситуацию, не хочу, чтобы меня как-то отождествляли с Сашей. Я могу пояснить, ребят, Татьяна просто... Петровна. Честно, ну, 7 месяцев расстались. Ну, было, не было, осталось. Это уже не имеет значения. Они уже чужие люди. Ну что же, Александр Габозов сегодня один... Вот, уже сомневаюсь, что вдвоем переезжает жить на поляну. И мы будем ждать Ольгиного решения, что решит она, и дальше посмотрим. Похоже, совместный переезд Саши Габозова и Оли Сокол на поляну после сегодняшнего скандала нереален. Слезы Саши и уход Оли с лобного места тому подтверждение. Итоги таковы. Ольга еще на 2 дня остается в городской квартире, чтобы успокоиться и принять решение о своей дальнейшей жизни на проекте. А Саша прямо сегодня отправляется на поляну. Иди сюда. Ты сейчас понимаешь, что произошло? Ничего не понимаю. Я могу тебе одно сказать, я... Приму твое решение, любое, какое бы оно ни было. Если тебя не... Я хочу, чтобы ты была счастлива, если тебе... Трудно со мной, если ты несчастна со мной, то тебе такая любовь не нужна точно. Ты многого достойна. Я буду ждать тебя. Если ты примешь такое решение, я его приму. Я обещаю, что я не буду навязываться. Я сейчас очень слаб. И если тебя не будет у меня,
я покину это место. Я уеду в горы. Ты сейчас опять шантажируешь? Нет, я не шантажирую. Я ни в коем случае, я меньше всего хочу сейчас. Ты в последний раз знаешь, чем делалось там дело, когда... Шантажировать тебя или когда я не показывала себе тебе свои чувства, чем дальше я тебя держала от себя, тем меньше ты, тем больше ты боялся сделать мне больно, тем больше ты боялся материться на меня, кричать. Как только ты понял, что я готова за тобой хоть на край света идти, ты начал этим пользоваться. И когда я тебе поднимаю глаза и спокойным тоном прошу, Саш, пожалуйста, зачем ты сейчас мотикаешься, кричишь на меня? Прекрати. Ты кричишь, нет, это что? Что, расстанешься со мной? Тогда хочешь, собирайся и уходи. Я вот этого не могу понять, какой тогда смысл идти к нулю. Меня я так тебя... пугает это все. Я такое чувство, что ты пользуешься тем, что ты чувствуешь, как я тебя люблю. И тебе в кайф от этого, тебе в кайф видеть, как я плачу, тебе в кайф видеть, как я загинаюсь и страдаю. Мне не в кайф это видеть, ты... Меня, сука, 7 месяцев делают такой гнидой здесь. Такой гнидой, хотя, я ухожу из дома, это я, гнида. Я не делаю тебя гнидой, я сказал сегодня, что проблема во мне очень серьезная. Это правда. Я кричу не из-за того, что я темпераментный. Нет, не из-за этого. Кричу не из-за того, что хочу тебя обидеть. Нет, не из-за этого. Я кричу, потому что я слаб. Поехали в город, съездим в город. Но мне нужен он, да. Я с ним даже не здороваюсь. Ау. А я не общаюсь с ним. Вообще не будешь? Я в это не верю. Тань. Говорит, Саша приедет, она общаться не будет. Ну, в принципе, это лучший выход. Для них, для обоих. Они не смогут. Да, они не смогут. Что вы подумали вот сегодня на Овном, когда Надя отказалась от комментариев? Вот как мама, что она почувствовала вот по всей этой ситуации? Да Надя все это напрягает очень сильно. Ей хочется, потому в конце концов, уйти куда-то в сторону. То есть, чтобы ее эта тема не касалась. То, что меня возвращают постоянно в комментариях бабозовских тем. Ссоры у него, романтик, Саша делает предложение, Саша ссорится. Надя, что ты можешь сказать? Нет, ну это естественно. Ты на проекте, ты его бывшая девушка, которая бывшая его невеста, да, скажем так. Если я хочу сказать комментарий, я скажу. Я хочу сказать, что зря ты так в отрицании уходишь от Александра, зря. Да, и мне не с чем это общаться. Тоже защитная реакция. Для меня как человек он умер. Мне было очень больно с ним. Я столько всего пережила, блин, на руку. Не понимаете, все же мне когда вы все его обсуждаете, блин, каждый раз долбали. Ее и будут долбать, но там не напали. Тань, но она любит его. Как мне людям объяснять мне каждый раз, когда это все обсуждается? Надя чертова, Надя такая, блин, да почему я должна... Не могу. Блин, ну так вот. Мне человек столько сделал гадости, уже мне столько, не знаю, все вместе взятые никогда не делали, блин. Мне столько боли, причем мне столько проблем из-за него было и по-женски, и так, и каждый раз мне его, блин, я не могу вот этим... Зай, ну держись, здесь больше ничего не сделаешь. Да ну как держись? 7 месяцев уже, ну сколько я еще буду держаться постоянно? Меня всех, мне не дают здесь строить отношения, блин. Я и хочу жить с ним вместе на одной территории, потому что, блин, вот каждый раз вот такие темы будут, блин. 2 квартиры освобождаются, я поеду в город жить, блин. Ты с Юркой говорила на эту тему? Нет, он не звонил.
еще. Я хочу, когда он приедет, чтобы не по телефону с ним, а лично поговорить. Ну, здравствуй, новый дом. Слушай, Саш, а ты допускаешь мысль, что Ольга может к тебе больше не вернуться никогда? Очень допускаю. Да? Все допускаю прям. А вот Надя. Надюша, вот Саша, он приехал. Очень допускаю такую мысль. Боюсь этой мысли. Надька же любит тебя до сих пор, Ермакова. Жить без тебя не может, но скрывает этого и говорит, что ее бесит разговоры об этом. Рос, ну ты же умный, тебе же виднее. Ты что, сам? Всякий раз, когда я с ней разговариваю о тебе, будь то ты это или еще что-то, Надька плакать начинает, а я вместе с ней. Представляешь, Саш? Потому что я не могу удержаться. Вот когда она ревет, Надька рядом. Ну только она упрямая очень. Я думал, королева не плачет. Из-за нулей. Ну, в общем, я думаю, что Надя очень счастлива от того, что ты здесь. Не сомневаюсь. Сашка! Она правда тебя. Подожди. Сегодня ты был с Черкасовым. Говорили о Юре, перешли на тебя, она опять как разрыдалась. Опять разрыдалась. Она постоянно плачет, как о тебе говорят. Я вчера с ней разговаривал. Ну, да, я плачу постоянно. Вот в чем дело. Люди, когда плачут, они... Да ее за меня плачут. Она и со мной была, плакала вечно. Что ты не помнишь? Ну, вообще... Слушай, у меня тоже есть в жизни люди, после расставания с которыми, которые меня бросили, их немножко. То есть ты будешь плакать? Я вспоминаю, когда плачу. Да. Напомню, мы сейчас про Любу Ткаченко, с которой он расстался, пусть поплачет. Скотина. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет. Ты улыбаешься? Да. Здравствуйте. Впервые за 5 дней. Не впервые, вчера вечером начала. Знаешь, не ты одна улыбаешься. После вчерашней трагичной... Сейчас, прости, я сделаю тебе тише. Привет. После вчерашней трагичной вашей... Да, я тебя перебью. Улыбается Ермакова. Что? Улыбается еще Ермакова. Нет, дорогая. Ермаков как раз-таки не улыбается. Улыбается твой благоверный. А, когда я звонила, он сделал трагический голос. Правда? Да. Он звонил тебе сегодня? Я позвонила. Хотя обещала не звонить. Вот, он тоже обещал вчера не звонить. Он говорит, 2 дня я Оле звонить не намерен. Ну, во-первых, я его попросила об этом. Ты скажи, сколько вы будете отдыхать друг от друга? В пятницу в любом случае возвращаюсь на поляну. Городская квартира, она не для одиночек, и я сама всегда кричала больше всех, что максимум пару дней, ну максимум неделю дается, чтобы, ну как бы, пережить какую-то вещь. Вы с концами, что ли, все в сюртук и отнести на поляну? Да, осталось, вот видишь. Я вчера тут, ты тут зашла, это еще нормально, я вчера в 4 часа ночи убирала. Саша побил вчера все консервы, варенье, помидоры разбил. Мама моя то, что делала, мне так обидно было. Что, Сань, грусть? Ну да. Прикольно так. Прикольно в грусти находиться.
Куда мне сейчас позвонила? Что-то так грустно опять стало. Почему? Ведь я так ждал ее звонка. Ждал, когда она мне позвонит. И? Поговорить, просто слышать. Просто услышать ее голос хотел. Услышал. Что почувствовал-то? А? Грусть. Почему-то грустно стало. Не а грусть себе. Это вообще какого рода? Ну, наверное, грусть того, что не хватает этого человека. Знаешь, Оля... Толя относится к... Для меня Оля тот человек, который, знаешь, мне... Мне хочется, чтобы вот она шла со мной вместе по жизни, шла за мной. И правда то, что она сейчас говорила, правда то, что я тоже не хочу возвращаться к тем же отношениям, которые были у нас. Как там Сашка общается вообще с ребятами? С кем он общается? Общается ли с Надей Ермаковой? Я так и знала вопрос, к тому и шел. Даша просто никак не может успокоиться. Мне вообще без разницы. Я спрашиваю у Маши, мне интересно узнать, как человек проживает на поляне. Я скажу так. Мне вообще без разницы. Уж поверь, мне вообще пофигу. Я ни в коем случае не желаю Саше, чтобы он был с Надей Ермаковой. И Надя, чтобы он был с Сашей. Надя, чтобы она была с Сашей. Это здоровый вопрос. Это нормальный вопрос. Вопрос больше уже два дня уже об этом говорить. Так потому что это нормально об этом говорить, потому что мне это интересно. Меня от ваших отношений больше всего интересует третий персонаж, наверное, Надя Ермакова. Уж извините, что так получается. Так расскажи. Она говорит, я с ним общаться не хочу, я его не перевариваю. Я не... И выглядит так, что я не безразлична. И ну, это понятно, она его до сих пор не разлюбила. Обида, подожди, я спросила, может быть, это вот та вот любовь, которая еще не ушла никуда? Ну, конечно, это ненависть, это обида. Сказала правду. Я, этот человек мне очень много больного сделал, больного. Я хочу как-то от него удрать, а он опять здесь. Ой, да что-то Ермакова 7 месяцев уже удирает. За 7 месяцев, если бы там Оль, уже все должно было ты пройти. Почему вот не веришь никому, скажи мне? Да потому что. Вчера ко мне Бушинова звонила, они там вместе сидели с Олей. Напомнит еще миллион раз. Я говорю, Оль, как ты там себя чувствуешь? Она такая, нормально. Я говорю, когда ты на поляну? И она сразу же такие, типа, ну, дайте мне два дня. Я говорю, ты успокойся, наоборот, хотела тебе сказать, то есть, именно отдохните друг от друга. А, ой, спасибо, хоть ты меня поддержишь. То есть она все в штыки. То есть там уже нервы ушло одного, ушло другого. Она не в штыки. То есть она понимает, что ей нужно пережить женское голосование, и потом уже начинает перед, как миленькая сюда. Офигеть, да, это было просто. Просто ее не любят, она не близка людям. Зачем, грубо говоря, не голосовать про человека, который тебе не близок? А Сокол сама выбрала, она сама заложница своей истории. Она уехала в город на 10-й день группы. На практике, когда ее знать никто не знал. И никогда не стремилась наладить контакт, например, как она хаяла Поляну, как она обсирала ее, как она орала, что никогда в жизни не вернусь. То в это отношение к ней соответствующее. Не, ну да. На 7 месяцев на проекте не появилось близкого человека. Это же Ольга сложный характер. Дело не в возрасте, вон мама ее 40 так же ведет себя. Да, я посмотрела на маму и Сокола. Два сапога пара. Угу. Она разговаривалась конкретно. Опять-таки, она вот такая. И, знаешь, Сокол звонит в 5 утра, мама бухает с какими-то мужиками, где-то не хочет возвращаться. Я это смотрю в эфире. Ты чё? Оля, мам, ты где? Ну, я тут с Русланом, мне тут хорошо. А там что-то пьянки, крики, оры. Она такая, мам, я тебя искала, возвращайся. А ну, ты хочешь, чтобы я вернулась? Мам, я хочу. Ну, ладно, сейчас приеду скоро. Вот. Знаешь, вот мама приехала. Хотите говорить, Ермакова, вы хоть разговариваете там? Извините, конечно, за грубость, но меня уже... Не, я буду разговаривать там, где я считаю нужным, это же не твоя комната. Даш, ну я вот когда выйду и заберу тебя вещь, тогда это будет не моя. Я не говорю, Даш, пожалуйста, веди себя нормально. Я когда захожу в комнату, я не говорю, ты меня не можешь выгнать отсюда. Так нет, подожди, это моя комната. Я говорю о том, что в моей комнате, так это еще моя комната. Она еще два дня моя, до пятницы она моя. Нет, вы из нее выселились. Официально это пустая комната. Официально это сейчас моя комната. Если появится пара. Ведущий меня официально до пятницы ну, еще оставили в этой комнате. Если ты хочешь, то можешь уточнить у них сегодня это. Я говорю еще раз, уточни, это Ермакова. Очень беспокоит. Про Ермакова. Да ну мне просто реально, что про Ермакову разговаривают. Так, разговаривают про нее интересно разговаривать. Когда у меня с Сашей, сука, происходят какие-то проблемы, сюда обязательно приплетают Ермакову. Знаешь, она почему? Никакого отношения ко всему не имеет. Она нормальная реакция.
реакция постоянно. Я просто уже реально затрахалась. То, вот, что говорят вопрос, поэтому я уже затрахалась. Лишний раз, когда ты это слово будешь последнее употреблять, каждый раз будешь говорить о Ермаковой. Конечно. Каждый раз. Постоянно в наши отношения пытаются втиснуть эту морду. Где я и где Ермакова? Мне этого не надо. Я еще раз говорю, если вы хотите говорить про Ермакова, делайте это, пожалуйста, не при мне, если у вас хотя бы есть капля уважения ко мне и к моим просьбам. Понимаешь, если ты поднимаешь руку на женщину, значит, она того хочет, просто требует на самом-то деле. Сдается мне это так. У женщины, да, вот у нынешней, у такой современной женщины, большое желание поломать мужчину. Неважно, кто это будет. Ну, вот показался ты на этом месте. Понимаешь, люди, вы привыкли друг к другу, понимаешь? Ты, поскольку ты романтик, да, ты склонен полагать, что это любовь. Но это не факт. Знаешь, с ней вот мне было тяжело, да, а без нее вот я сейчас понимаю, еще мне тяжелее, еще хуже. Я хочу быть с ней, я хочу постоянно быть с ней. Переходим еще к одной городской жительнице. Ольга Сокол. Привет, Поляна. Здравствуй. Оль, хочу тебя спросить, а идет ли ваша разлука с Сашей, твое состояние сейчас тебе на пользу, одиночке? Да. А что стало лучше? Что исправилось? Что было ужасным, стало прекрасным вдруг? Нет, Рустам, на самом деле все очень просто. Я просто сейчас отдыхаю от наших конфликтов, от наших ссор. Мне сейчас хорошо, потому что я прихожу, когда я сижу, допустим, в квартире, я знаю, что даже в моей голове, если крутится какой-то вопрос, мне его некому задать, и, в принципе, не будет и конфликта. Мне нужно просто отдохнуть, мне нужно принять какое-нибудь решение. Мне сейчас хорошо, я отдыхаю. Как отдыхал когда-то Саша, сейчас отдыхаю я. Саша, скажи, пожалуйста, Ольга отдыхает сейчас, говорит, что ей комфортно и уже как бы хорошо. День близится к концу. Скажи, пожалуйста, твои ощущения вот от этого ее хорошо? Я могу высказать, ну, как бы в целом, со вчерашнего момента, с момента приезда моего вчерашнего сюда, да, вы знаете, поляна и та энергетика, которая есть здесь на поляне, которая уже существует с первого дня, она помогает. Тоже, ну, как бы я чувствую себя гораздо лучше. Но лучше не в том, что я вдали от Ольги, а лучше просто я начинаю приходить сам в себя. Нет, безусловно, мне очень... Я жду Ольгу. Я хотел бы даже, чтобы она прямо сейчас оказалась здесь. Я ее очень жду. Я очень ее люблю. Я хочу, чтобы она приехала. Вот. А Ольга, она любит меня. Сейчас ей хорошо без меня. И завтра, какое бы она решение ни приняла, я ей сказал об этом вчера, я его приму как должно, потому что я хочу, чтобы в первую очередь этот человек был счастлив. Сейчас я хочу, чтобы Ольга приехала на поляну, и я обещаю, я сделаю все возможное, чтобы исправить наши отношения и построить новый формат наших отношений, потому что там, в городе, я отдаюсь в отношениях всецело, целиком на все свои 200%. Я потерял себя и не мог себя отдавать такого, какой я есть на самом деле. Оленька, я очень тебя люблю, очень тебя жду. Приезжай, пожалуйста. Оля, хорошо, что показывают именно тебя. Ты удивительно красива в этом свете. Спасибо. У нас обстановка на поляне сделалась несколько интимной. Не зря у нас в круге первом присутствуют три ведьмы. У нас просто мы смотрим, Габозов говорит и потух. Раз, два. Пошли. Отпускайте. С приездом, любимая! Какие вы прикольные! Я тебя так ждал! Все, валите отсюда. Это тебе. Спасибо, у меня Алексей. Идиоты. Как приятно, ребята. Папа, что страшно? Сейчас какая фамилия будет. Так приятно мне. Любимая. Ребят, так приятно. Так приятно мне. Давай, целуй. А там деревня. Привет. Привет.
На тебя свободу повесить. Оставим оба небритые. Прям вообще. Ребят, главное с пупырышками. Маленькая. Я очень ждал тебя, очень скучал по тебе. Это тебе? Ну ты. Я люблю тебя. Я правда очень скучал. И шарики эти были, на них было написано «С днем рождения». Объясню почему. Потому что я считаю, что сегодня день рождения наших новых отношений. С этим днем, с этим часом, с этим вечером. Я очень тебя люблю. Правда, очень скучал, очень многое осознал. Дикси. Иди ко мне, маленькая моя.